Уважаемые коллеги, продолжаем заседание нашей секции в 2. Мы прослушали первую часть докладчиков. Остается у нас еще 2 тематические, но давайте посоветуемся. У нас остается, пока по предварительным расчетам, еще 10 докладов. Если такими темпами, мы заслушали за 2 часа 4 только, полчаса каждый доклад вместе с вопросами. Поэтому я призываю докладчиков. До 12 минут, по возможности, сокращайтесь. И давайте по 2 вопроса. Иначе просто мы... Да и мы еще стеснены ограниченным временем. У нас стоит время до 15.30. До 15.30 мы должны будем 15:30 покинуть эту гостеприимную аудиторию. Так что вот большая просьба и к выступающим, и к задающим вопросы. Если вы... Там где-то в кулуарах можете это выяснить. Ну, давайте, особенно для наших сотрудников, которые коллегами являются, ну, не выяснять, так сказать, на публике. Уважаемые коллеги, следующий пул наших выступлений посвящен климатической повестке, как она связана с НТП и наоборот. И я с удовольствием слово предоставляю профессору, члену-корреспонденту РАН Светлову Николаю Михайловичу. Для сообщения. Можно презентацию? Спасибо. Уважаемые коллеги, после блестящего предыдущего доклада удержать внимание аудитории достаточно сложно, тем более, что у меня материал такой более технический, когда нужно вложить достаточно большие усилия в то, чтобы получить буквально несколько цифр. Вот, значит, тема доклада «Эффекты взаимодействия климата и климатической политики» – это, собственно, начальная фаза этого направления исследования. Оно уже получило с тех пор развитие и продолжение. Вот, и я рассчитываю в ближайшее время это развитие и продолжение представить в более развернутой форме на семинаре VIP, вот, куда всех приглашаю. Вот, у нас будет побольше времени поговорить на эту тему. Вот. Это исследование выполнено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований, который начинался как международный грант, потом, значит, международное сотрудничество по понятным причинам рассыпалось, и сейчас, значит, грант этот, так сказать, живет на географическом факультете МГУ, я присоединяюсь в его выполнении к коллегам оттуда. Но в то же время у меня есть самостоятельная область исследования, которая в значительной степени связана с тем инструментарием, которым я пользуюсь и который был разработан в VIP, и с той экспертизой, которая характерна для нашего коллектива. Значит, в чем дело? Откуда вообще происходит это исследование? Вот. Хорошо, достаточно хорошо исследовано влияние климата, предстоящих изменений климата на сельское хозяйство России. Хотя среди товарищей согласия нет по оценке эффектов, но в принципе тема проработана достаточно основательно, и причины расхождения во мнениях тоже понятны и в значительной степени обусловлены либо... ну, скажем, упрощениями в методологии, либо разными представлениями о том, как само изменение климата будет протекать. Вот, и достаточно хорошо изучены, уже достаточно хорошо, хотя, в общем-то, основные работы позже появились, изучены различные варианты мер противодействия изменению климата с точки зрения их влияния на сельское хозяйство. Вот, а вот... каким результатом приведет сочетание того и другого, таких работ нет совсем, ни одной. Причем я не нашел таких работ ни за рубежом, ни в России. Вот. В России их точно нет, за рубежом в пределах того, что удалось просмотреть.
Вот. А вопрос достаточно интересный, и сами результаты, которые я покажу, они подтвердят, что в этом направлении смотреть необходимо, потому что оценки оказываются несколько иными и высвечивают определенные, ну что ли, необходимость несколько иных подходов. Значит, что исследовано? Оценки получены по Российской Федерации в целом и получены оценки по четырем субъектам Федерации, которые подобраны специальным образом. Вообще для их подбора решалась специальным образом составленная задача целочисленного программирования. Смысл был в том, чтобы, значит, эти регионы были существенно различными с точки зрения сельского хозяйства, вот по тем признакам, которые приведены на слайде, и чтобы при этом они в совокупности представляли, возможно, большую долю сельскохозяйственного производства. То есть, чтобы исследование по этим регионам было актуальным и показывало бы те эффекты, которые могли бы повлиять на значительную часть товарной массы, производимой сельским хозяйством России. Вот, значит, среди этих четырех регионов два региона, различающихся технологической эффективностью, два из них эффективны и два имеют резервы повышения технологической эффективности с точки зрения метода оболочки данных. Вот. По два региона с долей крестьянских хозяйств, превышающих 10% и ниже 10%, а цифра 10% не с потолка взята. Дело в том, что в половине примерно регионов Российской Федерации как раз эта доля больше 10%, а в другой половине меньше. Вот. И все эти регионы относятся к разным, к существенно различным природно-сельскохозяйственным условиям, к существенно различным условиям ведения сельского хозяйства с точки зрения природы. Значит, смысл исследования сейчас в том, чтобы опровергнуть гипотезу о том, что эффекты взаимодействия пренебрежимо малы. То есть нулевая гипотеза состоит в том, что эти эффекты можно исследовать по отдельности и получать результаты, вполне пригодные для использования. Альтернативная гипотеза предполагает, что нет, исследование по отдельности существенно недооценивает эффект, и нужно эти эффекты накладывать один на другой, чтобы понять, что нас в действительности ожидает в будущем, когда климатическая политика, низкоуглеродная политика сохранится в условиях уже изменившегося климата. Вот, значит, использована модель VIP. Вот, я о ней сегодня подробно рассказывать не буду из-за ограничений по времени, вот, но на семинаре у нас будет больше возможностей, значит, поподробнее о ней поговорить. А пока я отошлю аудиторию к интернету и к публикациям под моим авторством, которых довольно много, в которых эта модель с разных сторон характеризуется. Вот, значит, эта модель используется для сценарных компьютерных экспериментов. Эксперименты проводятся по четырем сценариям в данном случае. Базовый сценарий соответствует примерно реальной ситуации из предыстории, из ближайшей. При этом к этой ситуации добавляются два дополнительных предположения. Во-первых, вводятся гарантии продовольственного обеспечения для каждого субъекта федерации на уровне 90%. А во-вторых, вводится предположение о том, что все рынки находятся в состоянии равновесия. В реальности это не так, конечно. Вот. Но нужно, для того, чтобы сравнивать сценарии, нужно остановиться на какой-то платформе, которая была бы сопоставима. И вот в данном случае платформа для сравнения – это условия равновесия и условия, когда все регионы так или иначе, не мытьем, так катанием, обеспечены продовольствием на уровне не менее 90% от рекомендаций Минздравсоцразвития 2015 года. Дальше, сценарий К – это к базовому сценарию добавляются условия изменения климата, которые выражаются смещением природно-сельскохозяйственных зон по территории России в направлении, причем речь идет о только влажных равнинных зонах. Вот эти влажные равнинные зоны смещаются в направлении более холодных на треть площади, на 30%, строго говоря, площади.
Вот. И плюс к тому, сюда же... А, нет, в этом сценарии нет. Только смещение природно-сельскохозяйственных зон. Сценарий П предполагает, что зоны остаются на своих... никуда не двигаются, климат остается прежним, зато осуществляется политика низкоуглеродной трансформации, вот, которая выражается тем, что в каждом субъекте федерации происходит сокращение выбросов на 90%, до 90%, то есть на 10%, по отношению к факту 15-19 годов. Причем, подчеркиваю, не к среднему уровню, а каждый год замоделирован в качестве отдельного исхода случайных условий, и для каждый служит образцом определенного набора случайных условий, и вот для каждого такого образца вводится такое условие – снижение на 10%. И, наконец, сценарий КП – это сценарий, объединяющий предположения сценариев базового К и П. То есть действуют и изменения климата, и климатическая политика. Дальше, значит, рассчитывается эффект взаимодействия. Вот эта вот формула, она не строгая в математическом смысле, она просто показывает принцип. Вот, он общеизвестен, я на нем останавливаться не буду, если не будет вопросов. Вот, что насчитали? Насчитали достаточно интересные вещи. В первой строчке «Россия», следующие четыре строчки «Регионы». И вот мы видим, что, например, по выпуску эффект взаимодействия оказывается положительным, но ни в одном из четырех отобранных регионов, а напомню, что это крупные производители сельхозпродукции, не наблюдается существенного положительного эффекта взаимодействия. Значит, в трех случаях он пренебрежимо мал или отсутствует, а в одном случае он отрицателен. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот весь положительный эффект взаимодействия, то есть смещение совместного эффекта вверх в объемах производства по сравнению с ситуацией, которая возникает в этих сценариях по отдельности, вот это вот смещение обусловлено мелкими регионами в смысле объемов сельскохозяйственного производства. То есть это их вклад. Вот, а мы их в выборку не включали. Вот, но это и на самом деле для того, чтобы получить этот вывод, и не нужно было их включать в выборку, это все видно из данной таблицы. Причем я бы хотел сейчас переключить внимание из красных циферок на черные, а именно на столбцы по сценариям П и КП. Мы видим здесь большие отрицательные эффекты. Напомню, снижение выбросов на 10% и объем снижения продукции сельского хозяйства по России в целом почти на 8%. То есть, в принципе, о чем это говорит? Это говорит о низком уровне технологической готовности сельского хозяйства России к низкоуглеродной трансформации. Когда дойдем до выводов, я к этому еще вернусь. Значит, по ценам ситуация противоположная, это естественно, это ожидаемо, и подробнее я ее комментировать с вашего позволения не буду. Теперь, значит, издержки обеспечения продовольственной безопасности. То же самое, противоположная картина в России и в отобранных регионах. В целом по России бремя издержек на обеспечение продовольственной безопасности, то есть на выполнение вот этого 90% норматива от требований, от рекомендаций, точнее, Минздравсоцразвития, оно вследствие эффекта взаимодействия возрастает на 1 700 000 000. Вот. А, нет, это проценты, на 1,7%, прошу прощения. Вот, а по всем отобранным регионам оно, наоборот, сокращается. То есть крупные сельхозтоваропроизводители, с крупных товаропроизводителей бремя снимается, но на мелкие регионы оно ложится в гораздо, ну, даже не в гораздо, но просто в большем, в превосходящем масштабе. Из-за чего в целом реализация климатической политики в условиях уже происходящего изменения климата будет обходиться стране дороже, чем в случае, если бы мы расчеты делали применительно к существующему климату и на основе уже имеющегося накопленного опыта. Значит, отдачу от вложений я пропущу, уважая, значит, регламент. Вот, но если будут по этому вопросы, вернемся. Вот, и остаются выводы.
Выводы, которые на слайде, они технические. Я бы хотел в разговоре нашем от них немножко отойти и вернуться к вот этой вот мысли о том, что имеет место технологическая неготовность сельского хозяйства России к низкоуглеродной трансформации. То есть в настоящее время в России нет регионов, которые могли бы послужить образцами эффективной низкоуглеродной трансформации. Хотя, в общем-то, эта повестка существует давно, и, в принципе, бизнес мог бы адаптироваться. Но в данном случае, пока гром не грянет, значит, меры, заметные в масштабах регионов, не применяются. Вот, о чем это говорит? Это говорит, во-первых, о том, что такие исследования, которые позволяют привлечь внимание к этой проблеме, актуальны. Во-вторых, это говорит о том, что, значит, совершенно верно сейчас делается акцент на создании новых технологий, которые бы отвечали условиям низкоуглеродной трансформации. Пусть с опозданием, но сейчас эту задачу нужно решать. Вот. И третий момент. Я бы взял на себя смелость сформулировать критерий. Ну, скажем так, даже, может быть, в какой-то мере сформулировать ту задачу, которая стоит перед научным аграрным сообществом России. Какими должны быть эти технологии, учитывая то, в частности, что вот бремя затрат на поддержание продовольственной безопасности в условиях реализации климатической политики по произошедшим изменениям климата возрастает. Задача должна быть сформулирована так. Создать технологии, которые обеспечивают снижение углеродного следа без роста себестоимости производства продукции. Вот так должна быть сформулирована задача. Естественно, всю линейку технологий сразу мы не создадим, но нужно идти именно на этом пути. Снижение низкоуглеродного следа без наращивания себестоимости. Это критерий, это цель, которой должна руководствоваться, на мой взгляд, сейчас сельскохозяйственная наука страны. Она может быть достижима по двум, по трем, по десяти, по ста технологическим решениям. Не будем гадать, по скольким. Вот. Но те, которые, значит, этому требованию соответствуют, быстро должны попадать в публичное пространство, быстрая информация по ним должна расходиться между агробизнесом, должны создаваться наиболее благоприятные условия для их внедрения, и, соответственно, они должны проникать в бизнес. Ну и что касается методологии, для того, чтобы получить оценки применительно к таким технологиям, как только проекты таких технологий появляются, у нас, у исследователей тоже должна появляться о них информация в виде, значит, объемов затрат ресурсов и выпусков продукции, чтобы мы могли добавить их в модель и сразу обновить оценки с учетом факта наличия таких технологий. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, два вопроса, как договорились. Прошу. Вы будете выступать ведь по климату. Ну, вопрос не возбраняется по климату задать. Николай Михайлович, скажите, пожалуйста, какая у вас оценка влияния климатических условий, изменения температуры в производственный период сельскохозяйственный и осадков на рост, снижение урожайности, ну, скажем, зерновых и зернобобовых культур. Сколько это составляет процентов, грубо говоря, 30, 40, может быть, половину, так сказать? По этому вопросу я переадресую вас к работе Беляевой, Бокушевой и соавторов, вышедшей, по-моему, где-то в районе 2015 года на английском языке. Вот. Дело в том, что сам я придерживаюсь другого подхода. Я не изучаю влияние температуры и осадков непосредственно. Я перемещаю по пространству природно-сельскохозяйственные зоны вместе с присущими их условиями. Вот. Но в то же самое время, по тому, что у меня в памяти, конечно, это не 30, не 40%. Это, во-первых, ситуация будет совершенно разной в разных регионах. Многие регионы изменений почти не почувствуют.
Вот, в других регионах это могут быть среднегодовые изменения порядка там, 10-15%, по крайней мере, вот в перспективе ближайших 20 лет. Дальше в будущее я не заглядывал. Вот. Но в то же самое основной канал воздействия, это, то есть основные проблемы, которые возникают в связи с изменениями климата, это, во-первых, проблема поддержания рентабельности производства, и, во-вторых, проблема изменения структуры ресурсного потенциала. То есть в тех регионах, которые становятся теплее, ресурсный потенциал нужно менять по образцу его структуры в тех регионах, которые сейчас расположены южнее. Вот эти два вызова, которые реально стоят перед сельским хозяйством. Кто-то с вопросом? Да, вопрос. Да, вопрос извне, пожалуйста. Извне, да, пожалуйста, Зашевский. Можно вопрос? Да, конечно. Есть, вот, извините меня, я не слышу. Алло. Это Зашевский, по-моему. Да, Зашевский. А вообще, да, задайте вопрос. Нужны ли низкоуглеродные трансформации в России вот в свете вот этих СВО и так далее, и так далее? Должны ли мы вообще придерживаться всех этих условий, потому что наша тайга и так далее, и так далее? Ну, сами понимаете, о чем вопрос. Я бы все-таки, наверное, ушел от этого вопроса, потому что это вопрос политической, а не экономической повестки. Вот. Моя личная точка зрения совпадает с точкой зрения президента Российской Федерации по этому вопросу. Отвечу вот так вот. А президент сказал, чем теплее будет, тем лучше. Я бы не согласился. Есть плюсы, есть минусы. В целом Россия, если вот не брать, допустим, низкоуглеродную повестку, не проигрывает и не выигрывает практически от изменений климата, но эффекты возникают на уровне регионов. Среди регионов есть существенно выигрывающие и есть существенно страдающие. То есть как только мы спускаемся с общероссийского уровня на уровень региональный, мы видим проблему, мы видим то, что все эти процессы обесценят частично капитал в некоторых регионах России, в том числе и достаточно развитых в сельскохозяйственном отношении. Вот в этом проблема, и с этим нужно считаться. А вот уже стоит ли эта проблема тех усилий, которые предлагаются, или не стоит, это вопрос, который я комментировать не берусь. Спасибо. Хорошо, спасибо. Два вопроса. И напоминаю, что будет в скором времени семинар, более развернутый по этой тематике. Пользуясь случаем, вас приглашаю. Будет очень интересно. Спасибо. Давайте еще поблагодарим Николая Михайловича за интересное выступление. Слово предоставляется следующему докладчику, докладчице. Пожалуйста, Наталья Игоревна Евдокимова, да, который продолжит климатическую повестку в своем выступлении. Постарайтесь, пожалуйста, в 12 минут уложиться. Спасибо. Уважаемые коллеги, извините, уважаемые... Сюда? Извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я начну, наверное, так же, как Николай Михайлович. Предыдущие доклады были просто превосходными. У меня результаты расчетов, результаты оценок, которые были сделаны в ходе работ по нашей тематике. Можно первый слайд, пожалуйста? Спасибо. Да, давайте. Правая кнопочка, да? Николай Михайлович вчера выступал о том, что хорошо бы организовать фронт-офис в Академии наук для того, чтобы наука наша шла в производство. Я заканчивала экономическую кибернетику, занималась моделированием, и я могу одно сказать. В нашей науке было бы гораздо лучше, если бы у нас был доступ к хорошей информационной базе. Любая задача моделирования начинается с того, что мы ищем необходимую информацию.
Для моделирования агропродовольственной системы нужно было получить зависимость влияния урожайности региональной, мы работаем на уровне региона, от различных факторов, в том числе от температурного фактора. Но если мы читаем по климатической повестке, Нижние. Вот эти. Так, если мы читаем любые документы по климатической повестке, любой сценарий начинается с того, вот если климат на Земле повысится на 3 градуса, то будет то-то, то-то, то-то. Но региональная реализация этих сценариев, она абсолютно нелинейна и не совпадает, так сказать, с глобальными предположениями. Поэтому для моей работы было очень важно, что вот у нас Олег Серафимович достал данные по моделированию климата по регионам России до 2100 года, который был выполнен в Институте математики РАН по последнему проекту выполненному ГАИК, и поэтому эти данные были использованы. Остальные данные, какие у меня были, это урожайности по регионам с 1990 года по последнее время и среднемесячные температуры. Если посмотреть зависимость между среднемесячными температурами по любому региону и урожайностями, объективно корреляционная зависимость очень низкая. Мне поначалу показалось, что ничего сделать из этого невозможно, но как женщина слепила из того, что было. Был применен следующий подход. Он более подробно описан вот в этой публикации. Я кратко просто скажу. Было предположено, что значение урожайностей и значение температур среднемесячных – это точки наблюдения. И как при любом эксперименте можно усреднить показатели на каждый градус. Я усредняла и на полградуса, и меньше, но в принципе зависимости получаются абсолютно одинаковые. Были получены зависимости изменения урожайностей от температур среднемесячных, у меня были среднемесячные температуры июля, для 14 сельскохозяйственных культур. Это в основном зерновые и зернобобовые культуры, по которым есть в Росстате данные. Получились параболы, но... Меня, например, долго мучил вопрос, как это обосновать, потому что зависимость между усредненными данными, обычными статистическими методами обосновать, мне казалось, не представляется возможным. Пришлось почитать литературу. Наверное, у нас тоже были такие исследования, но я нашла статью за 60-е годы американского автора Томпсона. У них были долгосрочные наблюдения, и у них получились такие же зависимости, как у меня. На этом я остановилась. Поэтому, если будут вопросы, замечания, я готова их выслушать. Итак, что получилось? Получилась зависимость такая, какая она есть на данный момент, на данных данных, чистого влияния температурного фактора на урожайность. Так как у нас есть прогнозы, были сделаны оценки, как изменится урожайность в регионах в зависимости от изменения температур.
Алексей, можно следующую? Да. Я выбрала два региона и два сценария изменения. Один такой, как так называемый RCP-8.5, так называемый инерционный сценарий, который показывает то, что будет, если никаких мер приниматься не будет. И второй, так называемый умеренный сценарий изменения климата, когда будут приняты некоторые меры, это RCP-4.5. Он самый средний, самый такой умеренный сценарий. И я выбрала два региона. Это Краснодарский край, как один из лидеров нашей зерновой продукции, и устойчивого середнячка Тверскую область. Просто чтобы сравнить, что происходит. Во-первых, они в разных зонах. Ну и кроме того, объем тезисов, он же ограничен. Поэтому вот, если можно, Алексей, несколько раз просто во время моего рассказа перелистните, это результаты расчетов. Эти результаты не были опубликованы. А что получилось? Сравнение результатов моделирования по каждому из регионов показывает, что инерционный сценарий RCP-8.5, который предполагает отсутствие мер, приводит к большому, приличному изменению урожайности в обоих регионах. В Краснодарском крае этот сценарий приводит к падению урожайности за рассматриваемый период по отношению к средней фактической урожайности за 2011-2020 год в 1,2 раза для овса и для разных культур это... то есть 1,2, 1,5 по разным культурам, больше всего по ячменю и яровому. А в Тверской области аналогичные показатели показывают рост урожайности от 1,05 раза по яровой пшенице и до 1,1 раза для зимы ржи. Влияние изменение климата на урожайность рассматриваемых культур при реализации сценария RCP-4.5 в обоих регионах существенно меньше. Влияние НТП на растениеводство принято оценивать в виде тренда. То есть устойчивый тренд, рост линейного тренда – это предполагается в экономике относить к влиянию целенаправленной человеческой деятельности. Поэтому, чтобы были оценены, рассчитаны фактические средние темпы роста в урожайности зернобобовых культур за 2001-2020 годы, то есть средней урожайности за десятилетие по Краснодарскому краю и Тверскому. Выводы. Сохранение таких темпов развития отраслей, как вот в эти годы, позволит нивелировать падение урожайности в Краснодарском крае и привести к более быстрому росту производства рассматриваемых культур в Тверской области. Но что следует сказать? Влияние температурного фактора – это только одно. Есть еще осадки, есть еще чрезвычайные ситуации, изменения в уровне воды. Но вот та методика, которая была сейчас продемонстрирована, она помогает сравнивать чистое воздействие отдельных факторов. Спасибо за внимание. Спасибо. Извините, я всегда очень волнуюсь. Кстати, может быть, это совпало, по счастью. Спасибо. Вы соблюли регламент и два коротких вопроса. Олег Сергеевич, ну вам грешно уже. Олег Сергеевич. Да. Олег Серафимович, ну зачем задавать вопросы? Вы же работаете с Натальей Егоровной в одной группе. По одной теме.
Поэтому вы можете выяснить свой вопрос в рабочем порядке. Вот. Может быть, коллеги интересуются из других организаций. Я хотел обратиться, вот, может быть, к чату и так далее. Но во всяком случае, коллеги, я хочу сказать, вот давайте так напрямую. Какой конкретный вывод для аграрно-климатической политики, Наталья Егоровна, следует из вашего, из этого исследования, из ваших других расчетов там и так далее? Потому что просто искать зависимости – это половина дела. А какой вывод конкретно? Вот ведь принята в сельском хозяйстве сейчас концепция адаптации к изменениям климата. Минсельхозом разработана, да? Может быть, рекомендации в эту концепцию какие-то? Или прикладные результаты из ваших замечательных расчетов? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Александр Васильевич. Смотрите, то, что здесь было представлено, это действительно всего лишь результаты расчетов. Но они легли в том числе в модель агропродовольственной системы региона и используются в моделировании. А предложения, я еще делала модели потребления, предложения у нас есть, они опубликованы в других публикациях. Извините, что я сейчас их не затронула, но работаем. Конечно. Наталья Егоровна, я не против, я знаю, что вы работаете и очень много работаете, это трудоемкая очень тема, но мне бы хотелось просто, ощутить на пальцах ваш вывод из этой работы. Потому что, у нас, вот смотрите, мы же испытываем какой принцип работы в институте. Не только расчеты, но и министерство перед нами ставит задачи от фундаментальных работ по всему циклу к рекомендациям. Вот я жду от вас в конце года, когда мы будем отчитываться в федеральном центре по этой теме, четких результатов одних на основе тех глубоких вопросов, которых вы сказали сегодня в своем докладе. Спасибо вам. И вот сделал Николай Михайлович тоже доклад. Все-таки давайте сформулируем, потому что дальше нам заниматься вот такой тематикой без четких прикладных выводов будет очень трудно. У вас еще вопросы? Второй вопрос. Сейчас постараюсь к вам приблизиться. Спасибо. Спасибо. Я просто хотела немножко поделиться, может, посоветоваться. Мне 5 лет назад вопрос мы как раз изучали на Республике Коми конкретно, участвовал в междисциплинарном исследовании. И вот моя часть группы небольшой как раз тоже изучить, как изменение климата влияет на ведение сельского хозяйства северного региона. Поверьте, мы с разных сторон опросили и население, сельскохозяйственных руководителей, опросили ведомства, естественно, все климатические вот эти моменты. К чему мы пришли? Что сегодня на севере, да, это очень актуально, это очень важно. И у нас получается, что ведомства, министерства не хотят заниматься, но сами производители, они чувствуют, что климат меняется и пытаются внедрить какие-то свои сельхозкультуры. Но им необходимо понимать, какие сорта, они не обладают этими навыками. Поэтому мы обратились в наше Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка о том, что у нас очень 30% вот этих агростанций, где ведут вот эти климатические изменения, они закрыты. И сегодня для того, чтобы делать более точные результаты, предлагать какой-то конкретный вид культуры, необходимо возобновить. Также мы отработали ЦГМС, и очень много, говорится, таких моментов, которые бы имели не просто теоретические какие-то моменты, а на самом деле практическое значение и пользу для наших сельхозпредприятий. Спасибо. Спасибо большое за ваше выступление. Во-первых, я думаю, можно объединять усилия нашего института и вас, если будет такая необходимость в будущем. А во-вторых, моделирование, по крайней мере, выполненной части, то, что было сделано в этом году, мы доложим.
А то, что было сделано раньше, была выполнена большая работа, как изменится размещение отраслей сельского хозяйства по регионам России при моделировании изменения климата. Это, пожалуй, самый большой результат нашего отдела. Хорошо, поблагодарим Наталью Егоровну. Еще спасибо. И да, я совершенно солидарен вот с предыдущими выступающими. Как сказано в одном фильме известном, зачем эта дорога, если она не ведет к храму, если мы не видим конкретную цель и рекомендации для производства. Следующий доклад, связанный с климатической повесткой, Соболев. Пожалуйста, Олег Серафимович, 12 минут в вашем распоряжении. Спасибо большое, уважаемые участники Никоновской конференции 2023, за предоставление мне слова. Мое сообщение называется... «Влияние парниковых газов в сельском хозяйстве России на экологию сельских территорий». Ну, я начну с конца, с вывода. То есть парниковые газы в сельском хозяйстве России на экологию сельских территорий влияют очень незначительно. Цифра такая. Углекислый газ влияет на 1% из, то есть эмиссия выбросы углекислого газа составляют всего лишь 1% в сельском хозяйстве. Выбросы всех парниковых газов – это углекислый газ, метан и закись азота – составляют тоже немного – 5,7%. То есть если сравнивать, допустим, с такими отраслями экономики, как нефтегазовый сектор, как промышленность, транспорт, то это земля и небо. То есть фактически у нас сельское хозяйство трудится в очень благоприятных условиях на благоприятных сельских территориях. Ну, конечно, это не везде, не во всех регионах, но макроэкономическая статистика говорит именно, так сказать, об этой ситуации. Теперь, значит... При исследовании этого вопроса составлена модель удельной эмиссии углекислого газа в сельском хозяйстве региона. Почему, так сказать, возникла такая задача составления, значит, вот такой модели? Дело в том, что очень мало статистики по выбросам парниковых газов на региональном уровне, на федеральном уровне. Нет баз данных. Ну, так же, как, например, вот по урожайностям есть базы данных росстатовские, есть и региональные базы данных. Здесь такой статистики нет. Есть отдельные, так сказать, факты в публикациях, в диссертациях, кандидатских, докторских по этой тематике. Но вот баз данных пока нету. И поэтому здесь мною применялся такой алгоритм, который используется в Росстате для сбора цен. Для сбора цен. Ну, как мы с вами прекрасно знаем, цены у нас каким образом по сельскохозяйственной продукции собираются? В муниципальных округах определяются несколько точек сбора цен. Это на розничных оптовых рынках, магазинах. И
по этим точкам потом делается такая вот агрегированная оценка на основе теории, индекса потребительских цен. Значит, эта теория давно уже применяется, и в качестве, так сказать, формулы, которая используется при составлении оценки цен, используется в Росстате арифметический индекс Лайсперса. Есть, значит, вот приказ Росстата, по которому, так сказать, собираются, оцениваются эти цены. И в этом приказе используется уже модифицированный индекс Лайсперса. Ну, как мы все понимаем, так сказать, точек этих достаточно мало, так сказать, в муниципальном округе, в регионе и, так сказать, на федеральном уровне. Но, тем не менее, статистика есть, так сказать, и как бы вот эти вот собранные цены, они распространяются на те, так сказать, точки, муниципальные округа, где нет никакой информации, так сказать. Вот, то есть в этих точках цены могут быть несколько другие, но, так сказать, Росстат действует по методике такое распространение собранных цен, агрегированных цен на те места, где цен вообще нету. Вот этот же механизм я использовал и в случае, когда статистики вообще очень мало, когда очень мало, так сказать, таких вот точек сбора информации, а точки сбора информации об эмиссии парниковых газов, они намного сложнее, чем точки сбора оценок. Вот, потому что эмиссия парниковых газов замеряется специальными приборами, замеряется только в благоприятное время, это значит весна, лето, когда хорошая погода, так сказать, вот, в ясную погоду, даже дождливую. И поэтому, так сказать, статистика очень малочисленная. Ну вот, в результате, да, где эта модель может применяться? В настоящее время, значит, составлены два баланса углерода на сельскохозяйственных землях. Первый баланс – это баланс углерода на сенокосах и пастбищах, и второй баланс – это баланс углерода на возобновляемых землях, то есть на пахотных землях. Это слайд номер два. Если мы посмотрим на эти балансы, то, значит, будет видно, что в расходной части этих балансов ведущую роль в эмиссии составляет дыхание почв. Дыхание почв – это как раз и есть, так сказать, эмиссия углекислого газа. То есть вот эта вот модель может применяться как раз вот в этой расходной части баланса, которая называется дыхание почв. Теперь, что видно из этих балансов? Из этих балансов видно на примере Сахалинской области. Вот такой баланс есть только пока по Сахалинской области. Его составили в Институте метеорологии. Но, так сказать, чем хорош этот баланс? Тем, что для других регионов он будет точно такой же. То есть структура баланса для сенокосов и пастбищ будет та же самая, и будет та же самая структура баланса для
возобновляемых земель. Вот этим, так сказать, это очень большой плюс для этого исследования, которое было сделано в Институте метеорологии. Ну и что еще видно из этого баланса? То, что в Сахалинской области эмиссия углекислого газа и эмиссия углерода превышает приход углерода в почву. Это в сельском хозяйстве. На самом деле в Сахалинской области, если посмотреть на всю экономику этого региона, то экономика Сахалинской области, она, в общем-то, является стоком парниковых газов. В России немного регионов, в которых эмиссия парниковых газов превышает сток. Это Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Рязанская область, Волгоградская область, Камчатская область, Вологодская область. То есть 8 регионов. Сахалинская область не входит в эти регионы, но по сельскому хозяйству, вот благодаря составлению этих балансов, благодаря проведению этого исследования, мы видим, что в Сахалинской области в сельском хозяйстве эмиссия углекислого газа превосходит поглощение углекислого газа в почве. Теперь несколько слов о модели. Слайд 3. Модель использует геометрический индекс Ласпереса, который применяется в теории индекса потребительских цен. Вот если, значит, у нас в Росстате используется арифметический индекс Ласпереса, то Ласпереса, то здесь я обратился к геометрическому индексу. Вот. Из этого индекса выводится формула 2 на слайде. И дальше она использует ту немногочисленную статистику, которая есть по эмиссии углекислого газа. Из формулы 2 на основе немногочисленной статистики получается формула 3, и далее, опять же, на основе этой статистики получается система линейных алгебраических уравнений 4. Ну, собственно, здесь вот эта система решается очень легко, очень доступно с помощью двух функций Excel. И так, хорошо. Тогда я сделаю основные выводы. Значит, вот формула 2 – это инструмент для нахождения, заполнения статистических данных, которые нужны для оценки эмиссии углекислого газа от различных растений. Но это не единственный инструмент. Кроме формулы 2, еще используется соотношение между различными почвами о выделении углекислого газа
это соотношение взято мной из «Атласа России», то есть на него можно вполне, так сказать, опираться, рассчитывать при вычислениях. Ну и еще третий инструмент для заполнения входных таблиц для модели – это соотношение между различными типами растений о выделении углекислого газа. Эта статистика тоже немногочисленная, но вот с помощью этих трех инструментов удается заполнить таблицы, слайд 7, и подать эту входную информацию уже широко используемой функции множественной линейной регрессии, это функция линейный Excel, для того, чтобы оценить, насколько, так сказать, коэффициенты регрессии адекватно для различных областей описывают ситуацию, насколько модель адекватна, так сказать, фактическим данным. Ну вот, коэффициент детерминации у меня получается достаточно высокий, 70-80%. То есть и инструменты, и собранная статистика, они достаточно хорошо, так сказать, моделируют удельную эмиссию углекислого газа, и поэтому эту модель можно применять для распространения на другие регионы. Это первое. Если сравнивать модельные данные с фактическими, я думаю, что можно закончить, и я повторюсь, так сказать, на тех выводах, которые сделал в начале доклада, это о том, что вот 1% эмиссии сельского углекислого газа на сельских территориях и 5,7% эмиссии всех парниковых газов еще раз подтверждают вывод о том, что на сельских территориях в различных регионах России можно производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Вот основной вывод моего сообщения. Спасибо за внимание. И вопросы, пожалуйста. Не все вам задавать вопрос, Олег Серафимович, вам может быть вопрос. Смотрите, какая солидарность вам. Нет, Александр Васильевич. Я тот же вопрос задам, что и Наталья, уважаемая Наталья Егоровна. Какой вывод для климатической политики в сельском хозяйстве из ваших исследований вытекает? Вот скажите мне, человеку, который не разбирается в математических формулах. По моим представлениям, климатические условия и, в частности, среднемесячные температуры в вегетационный период и количество осадков в этот же период достаточно сильно влияют на рост, снижение урожайности, на производство сельскохозяйственной продукции. По моим оценкам, ну и по другим оценкам из научной периодики, это может составлять до 45%. Другие факторы, которые влияют на урожайность, это мы с вами прекрасно знаем эти факторы, и сегодня эти факторы, некоторые из этих факторов обсуждались, это внесение удобрений минеральных, органических по рекомендациям установленных, это, значит, использование зерноуборочной техники, это использование реестровых видов семян, это все другие факторы. Но основным фактором по-прежнему является климатический фактор. Нет, температура в температура плюс осадки. То есть мы оперируем.
Я все время... Это не политика, но это жизнь. Ну, вывод напрашивается такой. Надо менять, так сказать, структуру сельхозпроизводства от региона к региону, так сказать. То есть, если у нас, так сказать, наивысшая урожайность, скажем, выращивания пшеницы была Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, то с... так сказать, изменением климата, с повышением температуры, уменьшением осадков, вполне возможно, что урожайность снизится в этих регионах. Ну, хорошо, что пока она не снижается, но вполне возможно, что придется переносить в более северные регионы огромные площади посадки, так сказать, пшеницы. Вот такой самый простой вывод напрашивается. А вообще... Конечно, здесь моделирование не позволяет давать количество оценки, сколько, какие культуры, в зависимости от изменения температуры, в зависимости от изменения осадков, несмотря на то, что вот природные изменения, это температура и осадки, имеют также и вероятностный характер. Пару недель назад в Ранхикс был семинар на этой тематике. Вот там как раз они варьировали переносом культуры и так далее с региона на регион для того, чтобы климатическую повестку учесть. Это просто для сведения. Какие есть еще вопросы? Нет вопросов? Вопросов нет извне? Поблагодарим Олега Серафимовича за выступление. Спасибо, Олег Серафимович. Уважаемые коллеги, мы прошли две... секции или два пула из трех предполагаемых, заслушали технологическую часть, технологическую повестку, и теперь к третьей стадии приступаем. Я с удовольствием передаю бразды правления. Анатолий Федорович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции, особенно те участники конференции, которые у нас в онлайн. Приступаем к третьей части нашей секции. У нас было заявлено выступление Геннадия Леонидовича Утенкова, но, к сожалению, на связь не выходит. Если он в настоящее время находится в онлайне, просьба отозваться, и тогда мы вас включим в последующее выступление. И поэтому прошу подготовиться Александру Тимофеевичу Гетману. Но прежде чем дать ему слово, я несколько слов скажу, потому что тема касается сельскохозяйственной кооперации. Поэтому я бы немножко тоже несколько слов сказал по этой теме, а потом уже заслушаем опыт Швеции, почему там развивается хорошо сельскохозяйственная кооперация и что мы могли бы перенять из шведского опыта. Я просто напомню, что в современной России у нас достаточно много выделяется внимания сельскохозяйственной кооперации. Вы все прекрасно знаете, что существует определенная институциональная основа для создания и функционирования кооперативов. Существует государственная поддержка, правда, не всех видов сельскохозяйственных кооперативов, но существуют отдельные меры поддержки для конкретных видов кооперативов. Сформирована и тоже функционирует система организационная, инфраструктурная система сельскохозяйственной кооперации. Все эти системы работают, но тем не менее вы тоже прекрасно знаете, что итоги вот такой работы, таких усилий по развитию сельскохозяйственной кооперации, они не очень такие, скажем так, не очень позволяет нам гордиться тем, что происходит на рынке сельскохозяйственной кооперации.
Я просто назову пару цифр. Вы знаете, что всего были созданы более 11 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, из которых в настоящее время менее половины функционируют. У нас в России порядка более 16 тысяч сельскохозяйственных, сельских муниципальных образований, и только в 19% из всех сельских муниципальных образований действуют, функционируют сельскохозяйственные кооперативы. То есть только 19%. Это дает как бы тоже пищу для размышления. Еще одну цифру назову. То, что из тех кооперативов, которые были ликвидированы, а я назвал цифру порядка почти 55% всех кооперативов были ликвидированы, вот из этого числа кооперативов более 5 лет просуществовали 73% кооперативов. То есть, что я хочу сказать, что спрос или потребность на создание сельскохозяйственных кооперативов есть. Они создаются, они определенное время функционируют, но по истечении определенного времени, то есть в той институциональной среде, то есть в среде, которая есть по государственной поддержке и так далее, они все же принимают решение дальше не заниматься кооперативной деятельностью. Тут, конечно, нужен более глубокий анализ причин этого процесса, но тем не менее мы имеем вот такую картину в России. Теперь хочу предоставить слово Александру Тимофеевичу Гетману. Он как раз ознакомит опытом Швеции по развитию сельскохозяйственной кооперации. Я думаю, что можно будет подчеркнуть какие-то выводы из вашего выступления. Спасибо. Вы знаете, в рамках 15-минутного выступления совершенно невозможно и неправильно было бы попробовать изложить модель шведской кооперации или западной кооперации. Я такой задачи сегодня перед собой не ставил. Ну, хотел обосновать, почему вообще вот эта тема в контексте нашего, казалось бы, организационно-технического разговора, потому что эффективные системы управления обеспечивают экономическую базу вот этих как раз всех процессов. В этом смысле инновационность и адаптивность моделей управления, а кооперация – это одна из моделей управления бизнесом, аграрным бизнесом в развитых странах, причем доминирующая модель. И я сегодня хотел только затронуть то, что возможно в рамках этих скромных минут. Четыре таких тезиса. Это универсальность закона о кооперации, это типология кооперативов. Только в шведском законе из мне известных законов есть изложение, что такое и какие бывают типы кооперативов. Такие вопросы мне задавали. Я, как Сергей Николаевич, долго работал за рубежом, советником по АПК, тоже 10 лет, но в Швеции. Ну, правда, это было уже 20 лет назад. Но, тем не менее, в те годы приходилось много заниматься вопросами кооперации. Наши делегации очень интересовались этими вопросами. И третий вопрос – это управление, современные методы и современное управление крупными кооперативными структурами на примере Arla Food. Ну и четвертый, если останется время, дайте я его засеку. Это вопрос о прибыли, хотя он важнейший, но логически, к сожалению, последний получается. Я, дабы экономить время, только вскользь буду касаться некоторых аспектов, ну, в частности, универсальность закона о кооперации. У нас закон о кооперации сельскохозяйственной, как вы знаете. Почему он появился первым сельскохозяйственным, тоже понятно. В Швеции есть просто закон. Ну, в английском или шведском или немецком это звучит как ассоциации, закон об экономических ассоциациях или объединениях. У нас более принято говорить кооперативы, но, в общем-то, это об одном и том же речь. Он универсальный, и на основе этого закона о кооперации кооперативы работают в Швеции примерно в 18 отраслях. Я лишь упоминаю это в том контексте, что ли, если когда-либо будет все же снова выход на, назовем это, реанимационные работы с законом о кооперации российским, то было бы правильно и логично сделать единый общий закон. Второй вопрос – это типы кооперативов. Почему я его взял? Потому что выступление в этой части построено на основе шведского закона о кооперации, и только в этом законе я увидел вот эту классификацию. Классификация построена на одном критерии, а именно характер участия членов кооператива в деятельности кооператива. Их четыре типа. Первый.
участие в качестве покупателей иных потребителей. Второй – участие в качестве поставщиков. Я даже не говорю продукции, ну, понятно. Третье – это вот то, что у нас регулярно распадается, участие собственным трудом. И четвертое – это кооперативы с участием членов кооператива как потребителей услуг кооперативных. Я даже зачитаю так, чтобы просто сжать время. Вот. Что такое первый вид кооперации? Это, кстати, и по Чаянову, это потребительская кооперация. То есть люди объединяются только с одной целью – поднять характер или качество закупки с уровня розницы на уровень опта и за счет этого выигрывать. И это удовлетворение, скажем так, отличительные черты, да, удовлетворение интересов членов кооператива в товарах повседневного спроса. Физическая форма кооперации – крупные магазины, ну, что-то вот вроде как наши Ашаны. Это самый массовый вид кооперации, и в этих кооперативах практически ну, все взрослое население Швеции. Это наименее идентифицированный по членству тип членов кооператива. То есть достаточные условия – взрослый человек, совершеннолетний, и жители этой страны. Второй кооператив – это то, куда относится сельскохозяйственная кооперация, а именно – кооперативы поставщиков, сельхозпроизводитель, не только, это могут быть лесники, там рыбаки, мы говорим о сельском хозяйстве, произвел, ну, скажем, молоко. Что дальше с ним делать? У него три альтернативы. Либо его продать частной компании, и по законам рынка он слабый, компания сильно неизбежно будет потерять части прибавочной стоимости или прибыли, либо объединиться и таким образом выровнять рыночные силы и продать, либо создать собственную переработку. Шведская кооперация и западная в целом кооперация пошла по второму и третьему пути комбинированно. Части продукции растениеводческой – это в основном снабженческо-сбытовые кооперативы, продажи продукции совместные, это в физической форме выражаются силоса, там, магазины. Но это кооперация, в которой, во-первых, очень выраженное членство всегда, отличительные черты. То есть это сельхозпроизводитель, и это кооперация, которая занимается вопросами производственных потоков, продать, закупить сырье, закупить удобрения, там, технику и так далее, и так далее. Что можно еще сказать? Да, инструментарий такого кооператива, разумеется, перерабатывающие предприятия и различные логистические центры. Вот это второй вид кооперативов, и это кооператив, к которому, безусловно, справедливо, нужно и можно отнести всю сельскохозяйственную кооперацию, но при этом понимая, что не только сельскохозяйственная кооперация входит в этот, ну, скажем, тип кооперативов. Да? Ну, собственники леса там рубят и точно так же стоят перед альтернативой. Продать, индивидуально объединиться, продать, построить пилораму, там, переработать и прочее. Третий вид кооператива по шведскому закону – это кооперативы с участием личного труда. Вот в этом типе кооператива, во-первых, членство и физическое участие своим трудом здесь совпадает полностью. И это тот вид кооперации, который наиболее популярен в России в сельском хозяйстве, так называемые производственные кооперативы. Плюсы и минусы. Плюсы, безусловно, и чем определяется интерес к этой кооперации, в моем понимании, это такой романтический вид кооперации, да? Когда ну, люди стремятся объединиться, чтобы над ними не было вот того, кто забирает часть прибыли этого капиталиста-мироеда и все такое. И в этом смысле это такой социально выраженный интерес к этому виду кооперации. Минусы. Люди объединяются с большим энтузиазмом. Но довольно скоро, через год-другой, почитайте жуткие эти истории с кооперацией Оуэн и другие примеры. Это все превращается в склоки, скандалы и прочее. Недавно совсем, это от Александра Васильевича сотрудник, мне понравилось. Он сказал, проблема-то в чем? Меры труда. А как определить взнос каждого человека? И, ну, скажем так, ленивоват, но он считает, что он больше всех сделал. Человек как бы ну, не очень способен к управлению, но раздражен, не его слушают. Человек во всем хорош, но, извините, пьяноват, там что называют. То есть это выходит уже потом в процессе работы. Вот эти качества человеческой природы, которые не позволяют и по мнению, ну нормально потом развиваться, по мнению большинства исследователей кооперативной формы,
такие кооперативы не жизнеспособны, они не доживают до середины своего или выживают, трансформируясь в какие-то иные организационные формы правовой деятельности. По данным Международного кооперативного альянса, в таких кооперативах занято примерно 12 миллионов человек в мире. Вроде бы много. Но, с одной стороны, 12 миллионов на фоне 1 миллиарда, это во-первых. А во-вторых, это, знаете, нет статистики, как часто они появляются и исчезают. Это как пузыри во время дождя. Вот раз-раз, вроде их много, но они тут же лопаются. Ну вот, если сжато, сколько, 6 минут, сжато о типах кооперативов. Потом можно вернуться там или по вопросам ответить, или чуть развернуть по сельскохозяйственной кооперации, ну, чтобы уложиться все-таки в эти 12 минут. Следующий вопрос – это порядок управления крупными кооперативными структурами. На мой взгляд, он совсем у нас как бы не получил освещения. Я вот слушаю вопросы к западным кооператорам, когда выступают рангизи, их представители, то это, ну, такое непонимание, кто перед ними, скажем. Что такое Арла в ее истоках? Ну, это понятно, да, не надо заниматься историей, это несколько десятков, может быть, сотен дворов, которые объединились по утрам, там, поочередно, или потом нанимают с баками молока, объезжают, собирают молоко, везут его на рынок, все простенько. Все крайне локализовано. Производство, реализация, управление, все в одном месте. Что такое сегодня кооператив Arla Food? Ну, во-первых, это международный. Он изначально шведский, потом шведско-датский. Сейчас это международный кооператив. Фермеры от 7 стран входят в состав этого кооператива. Швеция, Дания, Германия, Великобритания, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. 8500 членов кооператива. 60 площадок производственных. Это 60 заводов по переработке молока. 1,5 миллиона голов скота. 13 миллионов тонн молока в год производится, перерабатывается. Для сравнения, в России 32 миллиона. Вот. Выручка около 13 миллиардов евро. И так далее. Ну, это все диверсифицировано и разбросано. Возьмем только шведскую, чтобы пояснить. 11 предприятий на территории Швеции. Как ими управлять? Можно управлять с одного центра? Нет, конечно, невозможно. Как решать в современных условиях и адекватно современным реалиям экономической жизни? Решение по шведскому закону очень простое. Кооператив – это материнская структура. Это прямо звучит на шведском языке. Материнская структура. А производственная деятельность кооператива осуществляется в дочерних предприятиях. Хочу обратить внимание, не просто в дочерних компаниях или в дочерних кооперативах, а в дочерних предприятиях, потому что слово «предприятие» несет в себе такой больше физический смысл работы. И каждое это предприятие регистрируется в качестве самостоятельного юридического лица, как правило, акционерного общества. Соответственно, оно сразу получает статус, ну и позволяющий управлять этим предприятием. То есть там есть тогда генеральный директор, замы по направлениям, начальники отдела, начальники цехов и так далее. Кооператив является учредителем. Ну, уточню, на самом деле это не напрямую, а кооператив, как только кооператив Arla Food, он формирует или учреждает управляющую компанию, ну, тоже со статусом акционерного общества, а дальше они уже являются учредителями вот в этих 60 акционерных предприятиях. Как только у нас исследователи кооперативного движения, да, что важно, выпускаю, кооператив и вместе своими дочерними предприятиями образует, это строчка из шведского закона о кооперации, концерн. Я впервые, кажется, в 1997 году получаю от Арлы, в посольстве тогда работал, два отчета. Кооператив отчета Арла и кооператив отчета концерна Арла. Попросил встречу, непонятно было. Ну, тогда для нас вот это материнское, не материнское, все в нове было. Они мне объяснили, я не понял. И только работая в Воронеже, курировав большую корпорацию, вот там я вспомнил это и понял, в чем разница. То есть отчет кооператива Арла – это отчет о взаимоотношениях людей в этом кооперативе, членов кооператива. Как разбит на сектора, какие собрания прошли, кого делегировали, из кого состоит правление, сменяемость там членов правления и так далее. Отчет концерна Арла
это отчет о деятельности хозяйственной вот этих предприятий. И это вот то, что у нас, на мой взгляд, совершенно нет понимания. Может быть, для нас это в прямом смысле еще не актуально. Это масштаб, так сказать, кооперации должен быть для этого. Но я вот в Рангизе участвовал в качестве слушателя, что-то говорил в их семинарах. И они, обнаруживая, что где-то вот теперь слово «акционерное», они с радостью говорят, теперь нет кооператива, теперь есть что-то такое взаимно интегрированное. Это уже и как бы не совсем кооператив, и как бы не совсем еще акционерное предприятие. Позиция шведских исследователей, зарубежных, я считаю так, кооператив может быть только кооперативом, он не может быть. То есть мы должны разделить четко кооператив как структура, кооператив и инструментарий, которым работает кооператив. Ну, так вот образно, проще понять, да, там, лесоруб. Ну, лесоруб это же не тот, кто вот сейчас топор в руках держит. Раньше он работал топором, потом бензопилой, сейчас специализированные трактора. Суть от этого не меняется. Поэтому кооператив в каком-то смысле не может быть новым, старым там, и так далее. Как круг людей, как общество людей, это всегда примерно смысл один и тот же. Так же, как человек. Сегодня человек совершенно другой, но в физиологическом смысле, был ли он 100 лет, 1000 лет назад, это один и тот же человек. Ну и последнее слово, по-моему, есть минутка, о прибыли. Понимаете, вот кооперативная прибыль, с моей точки зрения, если брать ее не кооперативную, а как бы как ассоциацию, да, она трехступенчатая. Фермер работает, и он производит какую-то часть прибыли. Если у фермера есть несколько работников, они тоже делают свой вклад. И, наконец, перерабатывающая промышленность, то есть кооператив Arla Food, 8,5 тысяч фермеров и 21 тысяча наемных работников. В 2022 году была произведена прибыль порядка 2,5 миллиардов, из них 270 миллионов евро распределены помимо закупочной цены в качестве вот как бы попаям для кооператоров. В среднем по 30 тысяч. Ну, в среднем по 30 тысяч евро у кого-то 100 тысяч, у кого-то там в зависимости, какие были взносы. Это я вот к этой вопрос как бы о концернах, это для общего понимания. А вопрос о прибыли я считаю принципиально важным. Потому что когда приходят наши агитаторы и начинают рассказывать, кооператив – это замечательная вещь, она не на прибыль ориентирована. А Иван Иванович слушает, ему где деньги взять, там, за дочь внести взнос. Ну, какой у него может быть интерес к этим кооперативам. И последнее. Над нашим кооперативным сознанием очень сильно и по сей день висит понимание кооперации как колхоза. Есть такие колхозы? Да, есть. В ГДР вот появился новый опыт, когда после объединения двух стран было 4,5 тысячи колхозов в ГДР. Большинство из них распались, но 500 решили ну, в полном, неполном объеме стали работать как бы единым коллективом. Интересно, что из этого получится, но это первый опыт. До этого вы не найдете во всей истории кооперативного движения двух фермеров, которые бы захотели сами вдруг объединиться. Ну, выводы, рекомендации. Я считаю, закон о кооперации у нас в целом и в общем хороший, но в своих определениях, вот это сельскохозяйственное, потребительское, для западного кооперативного мышления сельскохозяйственно-потребительское, это примерно, как сказать, знойная зима Антарктиды, ярко горящий пламенем лёды, что-то такое. Это два разных типа кооперации. За недостатком я исследовал, почему у нас появилась эта потребительская, почему не коммерческий вид деятельности. Ну, это неестественно. Но пообщался с Вершининым, понял. Вершинин понимает кооператив как то, что объединяется, вот эти производственные кооперативы, чтобы для себя производить. Ну, а что останется там дальше, можно продавать. Да, если так понимать, то логично. Что произвели, то и потребили. Что потребили, то распределили, тут никакой коммерческой деятельности. Но это никакого отношения к западной модели кооперации не имеет. Вот только эти штрихи я хотел сегодня коснуться. Будет возможность, можно потом широко как-то где-то, ну вот Александр Васильевич говорил, может быть, как семинар какой-то, когда уже профессионально и с деталями, спокойно, не торопясь, все это дело проговорить. Спасибо. Спасибо. Хорошее предложение, может быть, на какой-нибудь площадке сделать специализированное обсуждение по тематике сельскохозяйственной кооперации. В одном институте работаем.
Хорошо. Ну, да, ну и так слышно. Когда я поучаствовал в нескольких вот этих, не поучаствовал, послушал, на конференциях, всех интересуют технические детали кооперации, я их даже не помню, да? Это примерно, вот если я организатор автомобилестроения, а я должен вникать, какая поршневая система, допуски, не мое дело. Можно, языком выражаясь геометрией, определить как бы три уровня. И, скажем, в геометрии, да, задачи, теоремы, аксиомы. Вот задачи решают, аксиомы доказывают, теоремы доказывают, аксиомы принимаются как за данность. Я не принимаю прежде всего вот эту аксиому о не на прибыль ориентированности. Ребенок появляется, вот его по попке, и это сразу крик человека. Не рычок, не рыка, не львенка там, или писк птички, крик, кооператив появляется, и это сразу о прибыли, о максимизации. Мы, кстати, говорим, да, и не стесняемся, о, максимизация, повышение экономического, ну как только звучит слово максимизация, ну нет, это не о кооперативах. И с этим мы идем, и с этим мы агитируем. Да кому это интересно? Но вопрос российской кооперации – это отдельный, другой, и он очень многогранный, на мой взгляд. Я не специалист в российской кооперации, конечно, но то, что я наблюдаю, мне представляется, что там много есть вопросов. Заодно, кстати, помечу, шведские кооператоры за все свое время существования, 107, Арла появилась в 1880-м, Ландмен еще раньше, не получили из бюджета ни одной кроны. Нет, фермеры получают, как и все. Я не хочу сказать, что и у нас не надо. Тут все всегда очень конкретно. Но я просто к тому, что это в том же Рангизе я услышал, что первые кооперативы появились, чтобы из бюджета деньги помогать получать. Это такой уровень там был понимания. Спасибо. Я тоже добавлю немножко. Когда мы проводим обследование наших кооперативов, да, вот выделяют, как правило, три проблемы, которые, на взгляд вот опрашиваемых, сдерживают развитие кооперации. Это налогообложение двойное, это субсидиарная ответственность членов кооператива, это вот запрет теперь появился на распределение прибыли. Вы совершенно правильно отметили, что кооператив, он и ради этого создается каким-то образом, да, чтобы увеличить свою прибыль. Да? Экономическая сущность кооперации как раз в этом заключается, чтобы повысить доходность крестьянского или фермерского хозяйства, или хозяйственного производителя. У нас же пошли по другому пути, теперь уже запрещают вообще говорить о прибыли, потому что потребительский кооператив, как некоммерческая организация, не может его распределять. Вот я изучал тоже опыт в Соединенных Штатах Америки, там тоже распределение прибыли, наверное, это основной движущий механизм, почему... Да, почему фермеры идут в кооперативы? Потому что они через кооператив получают дополнительную прибыль. Да? Кооператив распределяет прибыль, которую она получает между своими членами. Это является движущей силой. Даже мы интересовались по кредитным кооперативам. Фермер внес $1. В конце года на доллар он получает $3-5 дохода от кооператива. Поступает самому фермеру, да, тогда появляется как раз этот вот экономический стимул кооперироваться, совместно работать и так далее. Вот, о субсидиарной ответственности, потому что ее мучили меня как-то вопросом, вот как субсидиарная ответственность, да, и я был поражен, как у нас читают законы, это те, кто работали с немецкими законами, да. Нет, да, нет, вот там как бы правильно как читается, да, то есть это там спор с Вершининым, с одним коллегой. Я говорю, знаете, ну, понятно, подоплека, что если неограниченная ответственность, боятся, да, что потерять имущество, если ограничено, как с банками работать, маленькие средства вращаются у них, да, вот, да, у шведов limited, все, никаких вариантов, вы можете пробовать записать в устав, что хотите, но это не будет иметь юридический статус, УСАВ не зарегистрирует. А вот у немцев доминирующий это limited. Но закон предусматривает, почему нам такую формулу не ввести в наш закон, о том, что общим собранием кооператива вы можете расширить как бы степень ответственности, ввести, что, ну, в рублях, если, плюс еще к обычному, чем владеет кооператив, по 500 тысяч, там, в случае там, банкротства, или по миллиону, или по 50 тысяч, да? Все, и каждый тогда кооператив, судя из своей ситуации, будет исходить из этого и принимать решение. Спасибо. Хорошо, да.
как раз ваше предложение, которое последнее прозвучало, оно уже у нас в России 15 лет муссируется, да? Но есть один человек, который считает, что раз он придумал этот закон, он будет за него держаться до последних усилий. Да. Да, все. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Да, давай поблагодарим нашего выступающего. Да, я думаю, мы в рабочем порядке можем договориться, пригласить кого-то из университета кооперации, вы, кто занимается вот изучением, там, учените. Хорошо. Ну, да. Хорошо, хорошо. С удовольствием сделаем. Да. Так как у нас третья часть нашей секции, она такая сборная, микс, поэтому у нас есть два выступления по кадровой политике, да, мы их как раз оставляем на потом, но я сейчас хочу предоставить слово Екатерине Владимировне Винокуровой, да, она тоже спешит по своим делам, уехать куда-то надо, поэтому ей предоставим слово, у нее есть слайды, да, давайте мы их включим, и, пожалуйста, вам слово. Многоуважаемые коллеги, добрый день. Благодарю вас за то, что пригласили меня принять участие в столь весомом аграрном научном мероприятии. Но с своей стороны, я как человек, который близок к этому направлению и, собственно говоря, хотела бы преподнести такой маленький сувенир тыквы, выращенной на своем в своем хозяйстве небольшом, Алексею Валерьяновичу, в знак признательности в сотрудничестве в РГАО МСХИМИ Клименте Аркадьевича Тимирязева и пометуя нашу с ним организацию «Золотой осени» для Тимирязевки в 2019 году. Я сегодня представляю достаточно важный и животрепещущий вопрос в части отрасли развития хмелеводства Российской Федерации. И хотела бы сразу же адресно, как экономист экономистам, сообщить следующие цифры. Я принесла информацию из разных ведомств, министерств, собирала по крупицам. И даже вот наш замечательный академик, присутствующий здесь, Баутин Владимир Моисеевич, сегодня мне предоставил информацию вот в этом журнале, я ее с трепетом прочла, ознакомилась. Здесь другой академик, Петр Александрович Чекмарев, дал свои рекомендации и выводы по хмелеводству в Российской Федерации. Я также прокомментирую обязательно эту информацию. Собрала информацию из данных Министерства сельского хозяйства, из Росалкогольтабакрегулирования, ну и, безусловно, ФГБНУ имени пищевых технологий имени Горбатова. Прежде всего хочу отметить следующие данные, что в 2022 году в Российской Федерации был произведен 1 миллиард декалитров пива и пивных напитков, что в свою очередь составляет 10 миллиардов литров пива и пивных напитков. В свою очередь, мы все прекрасно знаем систему налогообложения в Российской Федерации. Соответственно, акциз на пиво составляет 24 рубля.
это составит 24 миллиарда рублей только на акцизе зарабатывает Российская Федерация. 20% составляет налог на НДС. Соответственно, еще 200 миллиардов, в совокупности 440, только одних налогов зарабатывает наше государство на этих напитках. Не буду брать коммерческую составляющую ЦРПТ «Честный знак» с продажи одного продукта, а мы знаем, что пиво, пивные напитки продаются в разных объемах, это и ПЭТ, это и алюминий, это на вынос, это и бутылки в стекле, кое составляют пол-литра, то есть это еще 1 рубль дохода каждой бутылки проданной, еще дополнительно коммерческий налог ЦРПТ «Честный знак», коим сегодня, с этого года облагается данный продукт. Так вот, что происходит сейчас в отрасли пива, пивоварения? Пиво состоит из 4 компонентов. Не буду перечислять, все вы хорошо знаете. И одним важным компонентом, коим заменить нельзя, является хмель. Хмель бывает ароматных сортов, и, как правило, его используют крафтовые пивовары, которые варят интересные, насыщенные, ароматические продукты, начиная от запаха ванили, от запаха, может быть, персика или, допустим, того же апельсина, ананаса, до запаха, как интересно себе узнать, чеснока. И такие хмели есть в сортосодержащихся лабораториях Хеллертау, Германия. И, соответственно, горькие сорта, которые используют крупные пивоваренные компании. На нашем российском рынке такие компании были представлены до прошлого года, до года не введения санкций, крупными такими концертами, как Heineken, Carlsberg, Балтика и, соответственно, InBev, это Турция. Но, как все хорошо мы знаем, эти компании аккуратно ушли с нашего рынка. Ну, Балтика производит продукцию, но под своими торговыми нашими местными марками. Соответственно, ароматные сорта хмеля, гораздо огромный спектр по своей тематике. И их выращивают, и их культивируют в Германии, в Чехии в достаточно приличном количестве, и они придают пиву, так называемое тело, специфику ароматики. А что касается горьких сортов пива, то здесь, в принципе, это классические сорта пива, которые мы имеем на текущий момент. И хмель содержит альфа-кислоту. Так вот, содержание альфа-кислоты очень активно влияет на ароматику и на горечь. Чем больше альфа-кислоты в хмелях, тем, соответственно, компании хмель становится более горьким. В то же время самыми благородными ароматическими сортами хмеля были такие сорта старинные, как Хеллертау, Мёттельхоф, Спалтер, Татлингер, Харсбургстав и богемский чешский хмель Сазер. Они очень чувствительны к грибковым заболеваниям и вредителям. Дефицит хмеля на отечественном рынке мы ощутили еще в прошлом году. Значит, введение санкций со стороны Европы и США привел к снижению поставок хмеля в Российскую Федерацию. В основном эти поставки шли из Германии, из США, из Баварии, Чехии, и часть поставлялась в небольшом количестве из Белоруссии. Санкции препятствуют ввозу саженцев хмеля, хмелепродуктов, механизации для возделывания этой культуры. Объем производства в 2022 году в России хмеля составил всего лишь 191 тонну.
что составляет на текущий момент не более 2-3% от всего объема, который нам необходим для производства 1 триллиона декалитров пива. И по данным Института Горбатова, пищевых систем, нам в Российской Федерации требуется 8-12 тысяч тонн в год. При этом площадь посадки хмеля в России должна составлять 14-315 тысяч гектаров. Из расчета в среднем, я вот здесь все-таки хотела бы отметить, даже по нижней планке, если мы будем собирать в среднем 900 килограмм с гектара, это в три раза реально естественные нормы сбора хмеля в Германии. Мы прекрасно понимаем, как я сказала выше, хмель невозможно сварить пиво без использования хмеля. География выращивания продукта. Мировое производство хмеля колеблется между 80 тысячами и 100 тысячами тонн. Тут влияют разные факторы, как коллеги сегодня говорили, и климатические, и температурные осадки, так и, собственно говоря, потребители рынка, которые также закупают и делают предварительно заказы, по портфелю заказов происходит сбор и переработка хмелепродуктов. 2600 хмелеводческих хозяйств расположено в Европе. Посадки хмеля составляют в Европе 26,5 тысяч гектар. Это 60% от посадок вообще в целом мире. Основные посадочные площади приходятся на Германию. Кроме этого, хмель выращивают в США. Как вот Сергей Николаевич как раз дискутировал на тему со мной, что в Канаде не производят хмель. Действительно, так оно и есть. США экспортируют хмель в Канаду, также в Чехии. И мы знаем, что прекрасное пиво «Чешский гус», как раз хмель используется чешский в этом пиве реальный, в Китае. И вопрос качества этого хмеля оставляет желать лучшего. По этому году очень непозитивные отзывы со стороны наших производителей Бельгии, Северной Кореи, Австрии, Новой Зеландии, Беларуси и Украины. Ну, понятные причины, я не могла не указать, что на Украине тоже, так как здесь вопрос территориального ближайшего расположения, но поставки и культивирование хмеля сейчас находятся под большим-большим вопросом. На текущий день доля основных стран в мировом производстве хмеля я взяла с сайта USB Hops, и, конечно же, нужно отметить, что 44% всего объема хмелепродуктов приходится на США, на Германию же приходится 32%, прочие страны 13%, кое я назвала на предыдущем сайте. Китай и Чехия замыкают лидеров стран-производителей хмеля. Что касается быстрый рост крафтовых пивоварен, и так как они достаточно мобильные, они производят в небольшом количестве пива, их объемы достаточны для реализации в одном регионе либо в ближайших регионах, они привели к тому, что крафтовых сортов хмеля становится все больше и больше. Но вопрос в культивировании новых сортов по хмелю достаточно сложный. И Александров, известный хмелевод Росхмеля Калистова, как раз в своей книге излагает ту информацию, что хмель плодоносит в течение 8 лет. Основной период плодоношения начинается с 2-3 года и заканчивается к 6-7. Так вот, для того, чтобы создать новые сорта в текущих условиях, даже в научно-исследовательском центре в Германии в Хиллертау уходит по 30 лет. Эти исследования находятся и приведены на сайте Хиллертау, и там есть разные сорта хмеля, с ними можно ознакомиться.
именно культивированы на данной территории. Исходя из данных US Hops в 2021 году в сравнении с показателем 2017 года, площадь выращенных ароматических сортов увеличилась на 14,2%, а горьких всего лишь на 2,8%. То есть развитие и культивирование новых сортов, оно достаточно активно сейчас идет в мировой индустрии хмелеводства. Но здесь я хочу сразу же сказать вот какую крамольную вещь. Все-таки в культивировании, исследовании, научное исследование и производство новых сортов хмеля большую роль играет субсидии государственного уровня. Германия – это та страна, где и Америка, это те страны, где хмель поддерживается, хмелеводческая отрасль поддерживается со стороны государства. И в США самый крупный рынок ароматических сортов, там выращивается на площади 20 300 гектаров. Это 48,8 площадей, используемых под ароматические сорта. То есть это самый большой товаропроизводитель. Хмеля выращиваются в Вашингтоне, Орегоне, Айдахо. Здесь представлена информация, и какое количество денежных средств уходит на исследование – 2 миллиона 600 тысяч долларов ежегодно. Состояние хмелеводческой отрасли в Германии. Понятно, что страна является мировым лидером в производстве хмеля, и на текущий момент под хмелеводческие хозяйства занято по общему объему мирового распространения 47,7%. Здесь представлена информация о том, где, в каких регионах хмель представлен больше всего в Германии. Хеллертау занимает самую лидирующую строчку – 17 тысяч гектаров, остальные идут по нисходящей. И в общем объеме производства хмелей в Германии Хеллертау занимает 83%. Ежегодно российские пивары, как я сказала, используют до 12 тысяч тонн хмеля. В СССР только в Чувашии ежегодно выращивали 4 тысячи хмеля, тонн хмеля. С 1985 года алкогольная компания сократила до 2 тысяч гектар, а затем хмелеводство, собственно говоря, упало до 191 тонны. В итоге в 2021 году отечественные хмелеводы вырастили всего лишь такое незначительное количество хмеля. Страны-импортеры, Германия у нас находится на первом месте, Белоруссия 12,4%, Белоруссия, извините, сейчас. Я не вижу. Это импортные сорта хмеля, которые заводятся в Россию. Германия 63%, Белоруссия 13%, США 10%, Чехия почти 6% и другие страны порядка 7%. Диапазон выращивания хмеля 45-55, северной широты и южной широты 35-45. Хмель достаточно капризная культура, и здесь и суточные температуры, и достаточное количество осадков, и небольшое количество солнечных лучей умеренное. Что же мы, единственный союз в Российской Федерации, который, как и в Канаде, мы вышли на уровень федерального значения, и в этом году, 25 апреля, провели круглый стол в Общественной палате по хмелеводству. И что же мы здесь предложили? Я к Алексею Валерьяновичу специально пришла с документом, специально ему распечатала, комиссию по развитию высшего образования за подписью, как раз для того, чтобы потом включили в повестку нашу информацию за подписью представителя комиссии Погосяна. Эти предложения ушли в Минсельхоз и Минпромторг. Я вот вручаю для дальнейшего использования и ознакомления.
Я здесь включила небольшое количество, но тем не менее. Создание линейки механизированной техники для эффективной уборки хмели, его сушки и гранулирования. Разработки программы для фермеров по субсидированию закупок сырья, лизинга, механизации, обработки, сбора, переработки хмеля. Развитие устойчивых сортов для разных территорий его производства в РФ, пригодных для культивирования. Подготовка кадров. Здесь вопрос просто кричащий. Создание питомников, подбор эффективных пестицидов, так как более 8 раз за период вегетации и роста, сбора идет обработка хмеля. Разработка интегрированной защиты, увеличение объемов производства хмелепродуктов, экспорт хмелепродуктов за рубеж и запрет ввоза хмеля в другие страны. Конечно же, мой доклад – это не все, но так как у нас время сокращено, я, возможно, попрошу наших коллег, может быть, в будущем также выступить с более обширной информацией, потому что мне осталось более там, 14 слайдов, но то, что мы сейчас делаем для нашей отрасли, я и хотела рассказать о проблемах механизации, которые серьезно стучатся в нашу дверь не только о кадрах, не только о лизинге и субсидиях, но и других моментах по хмелеводству, но вынуждена завершить свой доклад на предложениях вот такого рода со стороны Национального союза производителей пива и напитков. Спасибо большое за внимание. Если есть у вас вопросы, готова буду ответить. Вот, по графику. Еще осталось 3 доклада. Ну, где-то через час. Да, да, хорошо, да. Да, так, спасибо. Значит, пожалуйста, пару вопросов. У кого есть? Екатерина. Вы на какой период рассчитываете? Потому что, как я поняла, сейчас только 2% от потребности производится, да, а у вас стоит предложение запрет ввоза хмеля из других стран. Если его немедленно внедрить, то все пивоваренное производство встанет. Это вот насколько у вас рассчитана эта программа основных этапов? Ситуация такова, что... У нас, если вы имеете в виду по именно сортам производства хмеля или непосредственно по продукции, у нас есть научно-исследовательский институт в Чувашии. Им руководит прекрасный ученый, директор Фадеев. У них есть свой собственный питомник, где можно использовать те сорта, которые до сих пор сейчас у нас сохранены. Потом у нас есть... Я еще просто не дорассказала, вот дальше там была бы информация. Рус Хмель Пром, Грин Рус Хмель, компания, которая на текущий момент воссоздает хмель в Краснодарском крае и на базе ввезенных 9 сортов, это достаточно хорошая линейка сортов, развивает хмелеводство в Российской Федерации. На текущий момент засажено 70 гектаров, а планируется до 1000 за счет собственных сортов и собственных питомников. Выращивание хмеля, у них технология уже отработана, именно хмеля для посадки и дальнейшего культивирования составляет 1 год. А вообще до 2032 года. Да, конечно. Спасибо, Екатерина Владимировна. Давайте поблагодарим выступающего. Так, я должен извиниться перед Басанг Эрнедженовичем, потому что у нас сейчас компьютерщика нет, и мы сами, наверное, самостоятельно не сможем онлайн включить выступление. Поэтому мы сейчас перенесем выступление Михайлова через одно выступление, а пока дадим слово Анне Сергеевне Щербаковой. Она является старшим научным сотрудником Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Российской академии наук
И параллельно она же является председателем КОМИ регионального отделения Российский союз сельской молодежи. Да, сейчас мы поставим презентацию. Пожалуйста, здесь управление презентацией есть. Вам слово, 12-13 минут. Ну, добрый день еще раз, уважаемые участники конференции. Позвольте представить тему моего доклада. Это подготовка кадров для аграрного сектора Северного региона. Но я думаю, сегодня уже очень много поднимали этот вопрос. Говорить об актуальности уже нет смысла. Это в действительности просто кричащий вопрос. Но у меня, если в отличие от других докладов, они такие более глобальные, но у меня, наверное, более приземленный. И он касается подготовки кадров в моей родной республике Коми. Хотелось буквально пару слов сказать, кто, может быть, не был в северном сельском поселении, да, и не видел, как там занимаются сельским хозяйством, то просто хочется сказать, что вы поймите, для севера сельское хозяйство – это не просто выращивание продуктов питания, это образ жизни людей, который помогает не просто трудоустроиться и повысить качество уровня жизни. Сегодня уже было озвучено, что для России дефицит кадров составляет 88 тысяч человек. Да? И если, например, сравнить, что за 30 лет в России в два раза количество работающих в сельскохозяйственной отрасли уменьшилось, то для республики Коми эта цифра еще более, как сказать, страшная, в 10 раз. Чтобы убедиться, вот здесь представлен график, старалась брать примерно 30-летний период, да, вроде как за эталоны, можно сказать, 90-й год, когда все было вроде хорошо, на что-то можно равняться, но есть с чем сравнивать. И мы видим, тут, наверное, у нас нет указки, да, чтобы нажать, как-то показывать. Ну, думаю, ладно, так будет видно. Видите, что в действительности с 1990 года по нынешнее время, к сожалению, у нас в отрасли осталось работать только 3000 человек. А многие ученые говорят, как один из сдерживающих факторов, почему молодежь не хочет идти или молодые специалисты работать в сельское хозяйство, это заработная плата. Вот смотрите, в 2021 году я представила вот диаграмму, где показано, что уровень зарплаты всего отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства составляет 73,2% от уровня в среднем по региону. Еще лет 10 назад эта цифра была в раза 3,5 меньше. Если сравнивать с 90-м годом, то она составляла 82%. Вот здесь хотелось бы, наверное, отметить, знаете, какой момент? Зарплата растет, но почему-то численность-то уменьшается. Значит, не только заработная плата является сдерживающим фактором. Двигаемся дальше. Здесь мне очень хотелось показать, чтобы вы наглядно увидели 90-й год и 21-й год, Республика Коми. Во-первых, ну, основные показатели не буду перечислять, видно на слайде, потому что время ограничено, да, даже численность населения в Республике Коми, насколько она уменьшается. По последней сельхозпереписи предварительной нас осталось 713 тысяч человек. Понятно, парк тракторов просто в зависимости от вида сократился в 18 раз. Зерно вообще перестали производить. КРС вообще в 6 раз уменьшилось по многим показателям. Хотелось бы более подробно остановиться, как же происходила подготовка кадров. Смотрите, у нас было много разных техникумов и училищ. Выпускали ежегодно 2300 специалистов. А сами организации на своих площадках выпускали 4500 человек по 20 профессиям. Были сельские школы, которые также готовили специалистов, у нас их насчитывалось 52. Были ученические бригады, 4000 человек, которые ежегодно проходили практику. На сегодняшний момент этого вообще нет. Год назад, когда выезжал один из наших периферийных районов, она, к счастью, может сказать, даже похвастаюсь, что удалось переговорить с управлением Минсельхоза Удорского района, встретиться с школой, с ребятами, встретиться с одним из глав крестьянского фермерского хозяйства и попытаться договориться, чтобы ребята к нему выезжали на вот такие помощь в сборе картофеля, и уже 2 года ребята вместе, дружно, с разрешения родителей, я говорю, все-таки сегодня нам запрещено детей эксплуатировать, разрешили. И это единственные какие-то такие моменты, которые можно отметить, что где-то мы что-то сдвинули с места. Но в то же время агро-зооветучеба проводилась также
на базе наших сельхозорганизаций. Вы знаете, север — это постоянная зима, 9 месяцев зимы, да, как мы говорим, и 3 месяца лета. Поэтому в тот период, когда не было большой нагрузки, сельхозруководители организовывали данную учебу, и там проходилась обязательная аттестация, благодаря которой, если ты успешно ее проходил, была всегда надбавка к заработной плате. На сегодняшний момент в Республике Коми осталось одно единственное профильное СПО, это Коми Республиканский агропромышленный ГЦ-техникум. Сложно было сказать ежегодно написать, поэтому написала, что за 2021 год, смотрите, подготовлено 36 специалистов с высшим образованием и 184 человека выпущено из техникума. На сегодняшний момент в техникуме все вместе, всех студентов, разных курсов обучения, 1015 человек. Здесь хотела остановиться на нескольких моментах. Это уровень образования руководителей. Буквально несколько, на одну строчку, времени мало. Вот есть строка руководителя организации, да, 128, 12 год, который самую смогла достать ранее, да, и сегодня вроде их 233. Смотрите, сколько не имело вообще образования, каждый пятый. Сегодня не имеет образования, каждый уже третий руководитель сельхозорганизации. Вы понимаете, чтобы руководить сельхозорганизацией, все-таки надо человеку быть в этом отрасли более компетентным. Если сравнивать с 90-м годом, менее 1% руководителей не имели высшего образования. На самом деле это все очень печально. А если посмотреть по главным специалистам, вроде бы, да, количество у нас увеличилось, но при этом количество непосредственно агрономов, зоотехников, ветврачей. Печально, да? Цифры все меньше и меньше. Пару слов о нашем ГЦ-техникуме аграрном. Смотрите, какие специальности готовим. Они единственное учреждение, которое на своей базе пытаются помочь деткам. На самом деле очень должно отдать надо руководителям. После 9 классов готовят вот несколько профессий. Конечно, это немного, но все же по 112, по 115 человек ежегодно они обучают. Вот собрала совместно с ними такую табличку, сколько подают заявления на поступление по специальностям в КРАБ. И мы видим, что самые востребованные – это ветеринары и повара-кондитеры. Вот знаете, даже вот вчера мне уже звонят и говорят: «Ань, там под Ухтой найди нам ветеринара». И мне там коровам уколы сделать надо, я никого найти даже за деньги не могу. Знаете, печальная история, ветеринаров выпускаем, но они остаются в городах и лечат кошечек-собачек. А на самом деле здесь, где их остро не хватает и готовы вроде платить заработную плату высокую, не хотят. Почему не хотят? Один из моментов. Удельный вес, смотрите, студентов именно из сельской местности. Мы специально это просчитали и сделали. Для чего? Но давайте честно говорить, городской ребенок не поедет в село работать, да, и ухаживать за... Единично, я не буду заговорить за всех, но это минимум. Большинство провели опрос наших руководителей сельхозорганизации КФХ. 80%, которые все-таки к ним приезжают, это в действительности вот на последнее время, это именно сельские дети. Но сегодня мы знаем систему поступления, средний балл. У городских деток он выше, нежели у сельских. Поэтому, когда они поступают на каких-то специальностях, проигрывают. И вроде бы ветеринария более востребованная профессия, но поступают туда городские ребята. Лишь бы год не пропал, не смогли поступить в какой-то федеральный ГЦ-город. А здесь, мне кажется, одна из самых тоже печальных наших табличек. Посмотрите, сегодня кого по специальностям, вот водитель, тракторист, водитель погрузчика, машинисты, сколько заявок поступает от наших сельхозорганизаций. Вы посмотрите, это ведь просто страшно. В то время, когда все кричат, что у нас огромная нехватка кадров. Стало выяснять, в чем же проблема. Вот тот уровень образования, который... не хочу их обидеть, может быть, не позволяет на какие-то вещи смотреть на шаг вперед, они не понимают, что надо планировать свою кадровую политику и понимать, что, условно, через 2 года кого-то отправлю на пенсию, у меня надо будет новый специалист. Не понимают, не хотят. С Министерством сельского хозяйства и продовольственного рынка в Республике Коми, с отделом кадров прорабатывали. Не хотят и не готовы заполнять вот какие-то моменты. Но есть какая-то бюрократическая система, но не уйти. И запрос тот же самый бухгалтеров, когда кричат, что надо,
И когда в Министерство образования мы приходим на площадку, говорим, что в нашу отрасль надо вот, вот данный вид, говорится, специалиста, открываем, забыла, как называется эта система, медиков необходимо 325 человек, а бухгалтеров 9. Ну, понятно, что приоритетное обучение отдалось совершенно другой, говорится, сфере. А, двигаемся дальше. Хотела подтвердить, что действительно сегодня бы нам не смогли добиться каких-то таких больших прорывов, если в нашей отрасли были бы очень плохие работники, некомпетентные. Как я называю, нас мало, но мы в тельняшках. И сегодня в действительности наше единственное профильное агроучреждение вкладывает очень много сил в практику, защищаются. И наши действительности по патриотическому воспитанию позволяет все говорить о том, что сегодня студенты КОМИ Республиканского агропромышленного техникума пользуются огромным спросом за пределами Республики КОМИ. С одной стороны, это очень радует, да, что мы даем такую базу нашим детям, они востребованы, смогли год назад, полтора года назад провести целую конференцию, что необходимо возобновлять агроклассы. К нам приехали из Питера и говорят, мы наслышаны о ваших студентах. А почему вы говорите о кадровом дефиците у вас в регионе? Ну вот как-то так складывается, потому что, смотрите, КРАД пытается отработать с разными учреждениями для того, чтобы они были заинтересованы мотивировать ребят оставаться в своей же республике. Но систему эту выстроить никак не получалось. И вот смотрите, вот тут красным я написала, трудоустройство 70%. Всех выпускников КРАПТов по специальности, условно, если так в общем объеме, 70% идут по своей работе, да, специальности работать. Но куда? Не в Республику КОМИ. А ведь на рынке труда, вы посмотрите, сколько специальностей востребовано. Это ведь на самом деле, говорится, очень, говорится, острый вопрос, и не понимая, говорится, что делать, в результате мы решили объединиться и создать в феврале, провести круглый стол под названием «Кадры для села», куда мы пригласили правительство Республики КОМИ, первых лиц, все профильные министерства, руководители сельхозорганизаций, глав муниципальных районов, глав сельских поселений, где на самом деле еще остались сельхозпредприятия, чтобы попытаться выстроить вот ту систему, возобновить, и чтобы наши кадры оставались в Республике КОМИ, а не уезжали. Буквально через две недели приглашают нас выступить на площадку Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам от Юлии Васильевны Оглоблиной. Это наш лидер от Российского Союза сельской молодежи. Мы объединились с докладом Министерства сельского хозяйства, выступили, рассказали о тех всех предложениях, которые мы сформулировали почти для каждого профильного государственного учреждения, так можно выразиться, да, и в Комитет по социальной политике в Госсовет, и в Комитет по бюджету, по налогам экономической политики. Да, я заканчиваю, все, спасибо. В Министерство сельского хозяйства. В общем, везде-везде кучу предложений, на что акцентировали внимание. В результате основные какие направления? Сегодня вот тот образ, к сожалению, сельской жизни и работы в ВПК, он уничтожен. Здесь подтверждение своих слов хочу привести. Когда к нам на круглый стол приехал руководитель с Кировской области, он говорит, сегодня вот вы переживаете, как трудоустроить, но вы не ведете ту работу, которую необходимо повышать престиж сельской жизни. Мы уже смогли, смотрите, мы сделали для них дома, построили, дорогу построили, детский сад, школа, магазины, все есть 200 километров от Кирова. Не будут работать, работы нет. Есть работа, но нет всей социалки, тоже работать не будут. Смогли создать все это вместе в некоторых поселениях, я не помню название, они 12-е занимают место в России по удою молока. Они не могут никого найти. Заработная плата вообще простого рабочего начинается от 50 тысяч. И сегодня, говорит, уже даже не дело не в том, что нет жилья, не в том, что, говорится, низкая заработная плата. У молодежи создается такой образ, что там работать не престижно, не интересно, не хотят. И понятно, надо отрабатывать тот момент, как вы говорите, просеивать из детства, взращивать наших кадров, тот же самый АГЦ агроклассы и многие АГЦ другие моменты. В результате считаю, что возобновить систему кадрового обеспечения в отрасли можно, но ее нужно решать не точечно, а в комплексном подходе со всеми вместе АГЦ сообща. На этом все. Спасибо за внимание.
Подождите, не уходите, Анна Сергеевна, спасибо. Вопросы есть? Да. Присутствует? Добрый день, а можно вопрос задать? Калмыкия Михайлов. Да, конечно, пожалуйста. Анна Сергеевна, спасибо за вашу очень подробную информацию. Да, вы все очень четко расписали, сообщили, да, какая сейчас текущая ситуация с кадрами. Скажите, пожалуйста, а что сейчас, какая у вас обстановка, что касается по повышению квалификации кадров по сельхозпрограммам вот, специалистов сельхозотрасли? Как сейчас у вас обстоит это дело? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле, ну, повышение квалификации кадров, насколько я знаю, могу утверждать, я состою в общественном совете при нашем министерстве, его как такового нет. Люди, если только самостоятельно, в частном порядке, готовы кого-то направить и, как говорится, обучить, а так нет. То есть целенаправленной какой-то системы нет. После этих круглых столов министерство обещало разработать целую программу кадра для села, но буквально месяц назад нам объявили, что данной программы не будет. А мы, конечно, на нее возлагали очень большие надежды. Спасибо. Спасибо. Да, еще один вопрос, Александр Васильевич. Я, Анна Сергеевна, я жалею, что я пропустил ваш доклад. Прошу извинить, оргдела были. Но у меня такой вопрос, вот по вашим предложениям. Уже стало такой расхожей формулировкой повышение формирование положительного имиджа села. А вот как его сформировать? Этот положительный имидж? И в чем, по вашему мнению, этот положительный имидж заключается? Спасибо большое за вопрос. Попытаюсь ответить так. Так как я еще возглавляю вот Российский союз сельской молодежи у себя уже 5 лет, непосредственно сама, вот знаете, вот читать статистика – это одно. Когда ты выезжаешь вот вживую к людям туда, если общаешься с ребятами, это другое. Вот когда также спрашиваю, вот что вы вот под этим подразумеваете? Вот я не знаю, насколько модно у них теперь понятие, это креативное пространство. У нас для республики, в том числе главный сдерживающий фактор, это логистика. Очень просят построить дороги. Говорят, была бы дорога, построились бы сады, построились бы ФАП, было бы что. Но на самом деле, знаете, вот за щелчок создать положительный имидж села, я считаю, честно скажу, вот из моих знаний, то, что у меня имеется, невозможно. Как его конкретной таблетки у меня, честно, нет. Все говорят об этом положительном образе села, сельской, говорится, жизни, но единой какой-то формулы для каждого села, наверное, нет. Взять наше, например, ближайшее село Выльгард, вот там все есть. Вот там даже создавать не надо, там все, говорится, замечательно. Но стоит немножко отъехать, вот все говорят, вот нет, нет, нет. А что сделать? Понимаете, у каждого свои моменты. Да. Знаете, наверное... Можно, да. Знаете, мы создаем не в отдельных, это в комплексе работать. Мы с ребятами даже проводим обучающиеся им площадки, подсказываем, как они могут не ждать никого-то помощи, а здесь работать. Ответа нет. Я так... А в каком состоянии, как развивается Усть-Сельма? Да. Знаете, Усть-Сельма у нас уникальна. Нет, но я... Вопрос был связан с Усть-Сельмой. Усть-Сельма у нас относится к арктической зоне. Туда добраться очень тяжело. Но несмотря на это, что они обособлены, на самом деле это единственный район, где сохранились втихаря агроклассы. Но знаете, там настолько люди стеснялись об этом говорить. Когда я приехала на одну из конференций туда, я вижу, что за школой теплицы, какие-то грядки, дети там работают. Я спросила у директора, у вас что-то как-то с детьми в этом плане работают? Вначале, не поверите, человек испугался.
Говорит, а вы проверять будете? Я говорю, да нет, я для себя. Говорю, неужели у вас наподобие агроклассов что-то ведется? Она сказала, они даже трактор смогли сохранить и обучают. Но, к сожалению, вот понимаете, вот настолько страх вот этого чего-то, вот боясь, что предъявят, что они делают это на самом деле систематически. Очень много продуктов питания идет в школьную столовую, и дети же питаются своими продуктами. И на самом деле у них там, слава богу, все хорошо. И развивается в том числе сельское хозяйство. Очень много грантов выигрывают. Ну, я не могу сказать. Вы имеете в виду вот эта горка, которая у них, ну, вот такое празднование. А, конечно, они считаются каким-то таким отделенным таким субъектом, усцелем, да. Не могу сказать. Наверное, знаете, это просто от людей зависит. Они оказались в таких сложившихся ситуациях, где они вынуждены либо выживают, что-то делают, либо свою территорию, говорится, да, да, на вымирание. Спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо. У нас следующий выступающий, представитель Калмыцкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК Басан Ринджанович Михайлов. Вам слово, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Федорович, Алексей Валерьянович, уважаемые участники конференции. Я благодарю за возможность выступить на секции Mykonos Exchange 2023 с моим докладом на тему подготовка кадров АПК региона через систему дополнительного профессионального образования. Разрешите начать, да? Я постараюсь вот уложиться в регламент, может даже и быстрее. Планомерное и эффективное развитие агропромышленного комплекса региона зависит от множества основных факторов, да? Одним из таких факторов, на наш взгляд, как мы считаем, является развитие системы повышения квалификации руководителей и специалистов в сельскохозяйственной отрасли региона. В настоящее время процесс совершенствования системы дополнительного профобразования, включая повышение квалификации кадров АПК, основывается на приобретении и освоении новых знаний и технологий при оптимальных финансовых и материальных ресурсах. В современных условиях ведения сельхозпроизводства обязательными элементами квалификации специалистов являются общее профессиональное образование и подготовка, высокий культурно-технический уровень, а также навыки быстро пополнять и обновлять знания и осваивать новые передовые технологии. В рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 2014-2025 годы предусматривается кадровое обеспечение отраслей сельского хозяйства и повышение квалификации специалистов, занятых в народном хозяйственном комплексе, и является одним из ее факторов ее эффективной реализации. В настоящее время в АПК республики функционирует более 2800 сельхозорганизаций. Это сельхозпроизводственные кооперативы, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, крестьянское фермерное хозяйство в статусе предпринимателей, в которых вовлечено и задействовано напрямую или косвенно более 150 тысяч человек. За период 2018-2022 годы наш институт, Калмыцкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК, выпустил свыше 3300 человек, в том числе 397 слушателей по программам профпереподготовки и по программам повышения квалификации института выпустил более 2900 человек, преимущественно категории специалисты и руководители. Также хотим отметить, что за последние три года, это 2019-2022 годы, увеличилось число слушателей, занятых в сфере агропромышленного комплекса. Если в 2018 году доля таковых составляла порядка 46%, то по итогам вот уже прошедшего 2022 года количество слушателей, занятых в АПК, достигло 55%. Отметим, что значительная часть слушателей, работников агропромышленного комплекса, 44%, прошла обучение по программам приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса. Хотелось бы отметить, что в совокупности кадровый потенциал агропромышленного комплекса региона может оцениваться уровнем подготовки и качества образования самих руководителей и специалистов на всех уровнях управления. Если говорить о сохранении и дальнейшем развитии кадрового потенциала современного сельхозпроизводства, то этот вопрос необходимо решать в комплексе. И здесь требуется четкая, понятная и реальная реализация политики по решению широкого спектра актуальных вопросов, возникающих в сельскохозяйственных регионах и тесно связанных, взаимосвязанных между собой эти вопросы. Это социально-экономические вопросы, демографические вопросы, которые прямо либо косвенно и косвенно влияет на увеличение либо снижение человеческого капитала. В связи с этим мы считаем, что перспективы развития системы доп. Профобразования необходимо рассматривать вкупе с текущим положением и ситуацией, сформировавшейся в современном российском сельскохозяйственном образовании.
В настоящее время примерно четверть выпускников высших учебных заведений трудится по специальности. И при этом, да, параллельно стоит вопрос о компетентности и качестве учебного багажа вчерашних выпускников. Как показывает сама жизнь и по мнению самих работодателей, чтобы получить грамотного и профессионального специалиста, необходимо около 5-7 лет и более, в зависимости от специализации. По нашему мнению, в современных условиях нашего региона практически половине существующего населения, в том числе с профобразованием, требуется получение нового или дополнительного образования, или повысить собственную квалификацию. По действующему, как вы знаете, да, по действующему российскому законодательству, основное профессиональное образование человек может получить один раз в жизни, а профессиональное образование он может получать непрерывно, то есть постоянно на протяжении всей своей жизни. Дальнейшее, как мы считаем тоже, дальнейшее поступательное формирование и развитие системы дополнительного профобразования руководителей и специалистов сельского хозяйства должно опираться на принципы научной обоснованности, ответственности, правильного подбора кадров и расстановки персонала с учетом потенциала его адаптации, современной корректировки действующих и разработки новых востребованных учебных программ повышения квалификации. Мы считаем, что основа непрерывного образования кадров, в данном случае мы имеем в виду повышение квалификации, кадров будет содержать ключевые факторы и определения. Первое – это образование. Что мы здесь имеем в виду? Мы имеем в виду повышение квалификации, должно сопровождать работника, человека, да, всю свою сознательную жизнь, при этом сопровождать параллельно с его профессиональной деятельностью, с возможным прогнозированием, планированием собственной трудовой деятельности. И второе – это работник, человек должен иметь возможность приобрести новые или необходимые профессиональные навыки и знания в любое время своей карьеры, руководствуясь при этом производственной необходимостью и его собственным желанием. Сегодня наблюдается картина, при которой происходит очередной этап развития дополнительного профессионального образования. Непрерывное профессиональное образование становится ключевым элементом кадровой политики хозяйствующих субъектов. Общество в целом и игроки профессионального рынка труда, в частности, приходят к пониманию, что рынок образовательных услуг не соответствует потребностям профессионального рынка труда и необходимости постоянного развития кадрового потенциала, в первую очередь рабочих профессий. Вот. В регулярном и непрерывном профессиональном обучении должны быть заинтересованы как сами специалисты, работники, так и сами работодатели. Это позволит на постоянной основе совершенствовать собственные профессиональные навыки и знания, применять и оперативно адаптировать их к реальной ситуации, и тем самым быть востребованным в конкурентной среде на насыщенном рынке труда. В свою очередь, работодателям все это даст возможность повышать квалификацию своих сотрудников таким образом, чтобы это способствовало достижению более высоких результатов в деятельности, обеспечивая при этом эффективную деятельность и высокую конкурентоспособность самого работодателя. Таким образом, для осуществления и проведения качественного планирования сегодня необходим высокий профессиональный уровень специалистов сельхозпроизводства, которых в необходимом количестве в настоящее время выпускают сельхозвузы. Но, как показывает время, жизнь, да, согласно статданным и соцопросам, да, только четверть выпускников высших учебных заведений после их окончание работает по специальности. При этом обеспеченность сельхозпредприятий, вот, по крайней мере у нас в республике, главными специалистами с высшим образованием составляет по отраслям от 50 до 70%. Как мы все знаем, да, и как по текущей ситуации, такая нехватка специалистов связана с небольшим желанием жить и трудиться на селе из-за низкого уровня социальных условий и мотивации труда. Кроме того, качественное и эффективное планирование в условиях рыночной экономики невозможно без современной информационной базы и методического обеспечения. Фактически, при разработке планов специалисты продолжают использовать уже справочники и метод указания по планированию уже прошлого столетия. Вот. Ну, В завершении я хочу сказать, да, все это позволяет нам сделать вывод о том, что сегодня назрела необходимость в обучении специалистов с целью повышения профессиональной квалификации управленческих кадров агропромышленного комплекса всех уровней по основным понятиям, таким как менеджмент, маркетинг, управление рисками, финансовый менеджмент и по другим направлениям.
При этом ключевой целью такого профобучения должно стать формирование теоретической базы знаний и устойчивых практических навыков их применения. Наиболее эффективно эту работу можно осуществить лишь в рамках системы дополнительного профобразования, да, сокращенно ДПО, да, в силу характерных и специфических только для нее качеств. Это такие качества, как практическая гибкость к изменениям и мобильность, ориентация на существующий спрос, персональное обучение, соответственно, пожеланиям и требованиям слушателей, ориентация на последние достижения науки и техники и использование и применение на практике эффективных методов, технологий и средств обучения. В заключение я хочу сказать, что система дополнительного профобразования, которая относится в наше образовательное учреждение, в отличие от других подсистем профобразования, позволяет любому специалисту повышать свою собственную квалификацию и проходить профпереподготовку в любой период на протяжении всей жизни в доступной форме и подходящем вариативном режиме. Доклад закончен. Большое спасибо за внимание. Спасибо. У присутствующих есть вопросы? Тогда очень короткий вопрос, хочу очень короткий ответ. У вас есть статистика, какой процент выпускников высших учебных заведений Калмыкии остаются работать в сельском хозяйстве? Да, данная статистика имеется. Сколько? Данная статистика имеется. Сейчас у нас возрос конкурс по таким специальностям, как ветеринария, зоотехния. Процент. Какой процент студентов идут работать после окончания вуза в сельское хозяйство? Вот по последним нашим данным порядка 60%. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так, у нас остается еще одно выступление. Это Марина Егоровна Анохина. Пожалуйста. Насколько я понимаю, у нас есть презентация. Так, регламент очень жесткий. 10, ну максимум 12 минут. Добрый день, Шельмов Валентин. Я один из участников конференции, но меня почему-то в списке не добавили. Я бы хотел выступить сегодня. Позже Марины, получается. Хорошо? Добрый день. Я постараюсь очень кратко, тезисно изложить результаты наших исследований. Исследования достаточно длительное время проводятся по проблемам аграрного роста. Значит, тема доклада – компетентностный подход к управлению аграрным ростом. И в целом, значит, наша концепция исследования выстраивалась следующим образом. Значит, какую цель мы перед собой ставили? С одной стороны, есть такие явно обозначенные тренды в развитии агропродовольственных систем и агропродовольственного рынка, в том числе и мирового. А с другой стороны, есть национальные агропродовольственные системы. И для нас было интересно, насколько и каким образом обеспечивается способность этих агропродовольственных национальных систем использовать эти возможности, и не только использовать эти возможности, но в определенной степени и перехватывать их, осваивая их, создавая свои конкурентные преимущества. Не буду останавливаться на этих трендах, они достаточно понятно очевидны, но в целом, значит, следует сказать, что, значит,
активно развивается рынок аграрных технологий. На сегодняшний день это порядка 10, более 10% в год. И к 2030 году этот рынок составит около 40 миллиардов долларов. Безусловно, Россия на нем представлена очень небольшой долей. Значительную долю занимают Соединенные Штаты Америки. И, безусловно, те технологии, которые сегодня составляют технологическое ядро, они будут в большей степени определять аграрный рост. Трансформация цепочки создания ценности ВПК. Мы все знаем, что сейчас усиливается и расширяется доля и селекции, и генетики, мы говорили об этом, и более глубокая переработка сельскохозяйственного сырья. И усиление, конечно, роли экономики знаний. То есть это усиление, оно в принципе будет обеспечивать трансформацию и аграрного образования, и в целом определять возможности хозяйствующих субъектов обеспечивать свою конкурентоспособность. Значит, вот с одной стороны есть эти тренды, с другой стороны есть способности национальных хозяйственных, национальных агропродовольственных систем, о которых мы тоже говорили в рамках нашей конференции. Это и канадский опыт с доминированием, значит, агроэкспортной составляющей, умение и способность соединять с одной стороны ресурсы, с другой стороны знания. Это и опыт, например, Германии и их способность обеспечивать более высокий уровень рациональности процесса производства аграрной продукции и обеспечивать глубокую переработку сырья. Это и опыт Соединенных Штатов с высоким уровнем наукоемкости и, конечно, способности, можно говорить и о способности китайской агропродовольственной системы с ее самым высоким уровнем разнообразия производимой аграрной продукции, с высоким уровнем диверсификации аграрной экономики. И вот когда мы совмещаем эти две такие подсистемы, то возникает вопрос, насколько, да, и за счет чего вот эти национальные агропродовольственные системы обеспечивают вот свою способность использовать эти тренды и, как я уже сказала, не только использовать, да, а даже, можно сказать, перехватывать эти тренды и создавать вот эти источники конкурентоспособности своей. И вот, на наш взгляд, вот эту способность как раз объясняет такая методология корневых компетенций. Более детальный анализ литературы по этой теме позволил выявить следующее, что это достаточно популярная концепция. Конечно, изначально она в большей степени использовалась на индивидуальном уровне. В 1994 году выходит книга Прахлада и Хамала, где описывается эта концепция на уровне корневых компетенций организации. В настоящее время ведутся исследования по формированию таких корневых компетенций на уровне, например, региональных систем. Что касается отраслевого аспекта, то здесь, к сожалению, вот литературы и результатов исследования как в нашей стране, так и за рубежом нет. То есть есть достаточно масштабные исследования по оценке корневых компетенций компаний конкретных отраслей, но на, значит, уровне там, определенного количества этих компаний. А в целом, если говорить об оценке вот, корневых компетенций отрасли, то таких исследований нет. Вот мы наложили данную концепцию на вот ту проблему, о которой я сказала, и, по сути, вписали ее в
традиционную систему управления, традиционный процесс управления. То есть как мы управляем? Цель, целеполагание, оценка ситуации, определение проблемы, управленческое решение. Вот если эту концепцию наложить на данный процесс, то можно сказать о содержании, собственно, компетентностного подхода в управлении аграрным ростом. То есть если это, по сути, управление аграрным ростом на основе корневых компетенций. То есть, исходя из цели, мы формируем определенные уровни ключевых компетенций сельского хозяйства. Это, по сути, ряд параметров дает нам возможность оценить ситуацию. Из несоответствия цели и, значит, уровня ситуации возникает проблема, а вот в рамках компетентностного подхода проблему как раз определяет уровень компетентности, то есть это преломление вот этих, преломление сформированных корневых компетенций на реальную практику. То есть уровень компетентности, он дает нам возможность оценить, насколько мы в полной мере, не в полной мере используем сформированные компетенции. И это, по сути, может стать основой принятия управленческих решений. То есть данная концепция, она дает нам возможность управлять аграрным ростом по уровню сформированности корневых компетенций и оценки достигнутого уровня компетентности сельского хозяйства. Значит, что такое ключевая компетенция по-нашему? Это, по сути, способность сельского хозяйства как подсистема национальной хозяйственной системы обеспечивать продовольственный суверенитет страны и формировать вот такую фундаментальную ценность для потребителей аграрной продукции на основе чего? Вот это такое важное методологическое, собственно, описание корневой компетенции на основе реконфигурации, ну, в первую очередь, ресурсного потенциала, интеллектуального потенциала. Далее это знаниевых активов, в большей степени представленных коллективным знанием, и организационно-институционального обеспечения. Соответственно, используя, значит, известную модель Дюрона, которая описывает структуру, хорошо, структуру, значит, индивидуальной компетенции, состоящей из трех основных элементов, мы также описали вот систему ключевых компетенций сельского хозяйства, выделив три основные из них. Это в первую очередь аграрные ресурсы и знаниевые активы, это организационно-институциональные отношения в аграрной сфере и динамические способности сельского хозяйства. Значит, используя модель трех спиралей, ну, которая в целом, с помощью которой в целом может быть оценен инновационный потенциал системы, мы также предложили оценить уровень компетенции сельского хозяйства на основе расчета интегрального коэффициента, который, по сути, является составляющими из трех вот основных коэффициентов компетенции, о которых я говорила выше. Ну, формула представлена. Значит, результаты. Значит, мы взяли данные по, значит, шести странам. Страны мы выбрали, ну, в зависимости от уровня развития агропродовольственной системы, ну и для формирования оценочной базы мы еще взяли Казахстан. Если кому интересный состав, комплекс показателей по каждой компетенции у меня расписан, значит, вот эта оценка, полученная нами, о чем свидетельствует? Ну, в первую очередь, если мы посмотрим, то уровень, значит, интегрального индекса корневых компетенций у России низкий в сравнении с развитыми странами. Дальше можно сказать и об
динамике. Динамика тоже самая низкая из всех вот этих анализируемых стран. Далее можно еще обратить внимание на, значит, сбалансированность вот этого интегрального коэффициента компетенции, потому что, значит, если мы говорим о развитых странах, то такую сбалансированность мы видим. У России, к сожалению, нет такой сбалансированности. У нас достаточно низкий уровень корневой компетенции, динамические способности и организационно-институциональные отношения. Здесь показательным является и опыт Китая. То есть если посмотреть на динамику формирования вот этих индексов компетенции в этой стране, то, наверное, можно отметить значительную динамику их, да, причем большая динамика характерна как раз вот на индекс динамических способностей и организационно-институциональных отношений. И это, наверное, является, ну, так скажем, основой того, что эта страна за вот этот анализируемый период 20-летний обеспечила рост валовой добавленной стоимости, например, на одного занятого в 14 раз. Значит, результаты этого исследования – это первоначальный этап. Следующий этап – мы должны разработать эконометрическую модель и определить в целом влияние уровня компетенции на аграрный рост и рассмотреть влияние каждой из этих составляющих на общую аграрную динамику. Все, да, спасибо. Спасибо, да. Так, спасибо. У коллег есть вопросы? Так, два вопроса как минимум. Я сначала кто поближе. Скажите, пожалуйста, а на какой базе вы рассчитывали вот эти индексы? Потому что вот самое интересное, это, собственно говоря, как вы пришли к ним. Мы использовали, ну, проблема, о которой вот говорили, недостатка информации, она есть. Значит, мы использовали данные Всемирного банка, статистическую базу ФАО и организации экономического развития и... Я предвидела этот вопрос, поэтому, ну, чтобы, значит, по индексу компетенции, ресурсы и знаниевые активы мы рассчитывали пахотные земли на одного занятого в сельском хозяйстве, передача знаний на одного занятого сельского хозяйства. В каждом из этих комплексных показателей от 4 до 3 частных показателей. Следующий вопрос. Александр Васильевич, ваш. Спасибо большое за ваше выступление. Я слышал заключительную часть, к сожалению. Приношу свои изменения. У меня такой вопрос. А что такое аграрный рост? Чем вы его измеряли? Тоже такой методический вопрос. Значит, у нас есть такое авторское определение аграрного роста. Мы его трактуем как процесс социально-экономической динамики, который обеспечивает увеличение общественного аграрного продукта или национального аграрного продукта, необходимого уровня содержания. При этом, значит, этот процесс не должен, вернее, должен обеспечивать выполнение, исполнение, вернее, выполнение потребностей нынешнего поколения, не ущемляя интересов будущего.
Объясню. Значит, мы вообще, значит, аграрный рост рассматриваем как составляющую из трех основных, значит, видов динамики. Это количественное, качественное и генерирующее. И вот как раз в рамках генерирующей вот это ущемление, значит, интересов будущего поколения, оно как раз учитывается. Потому что, ну, например, мы там говорим об использовании удобрений, да, то есть, безусловно, это интенсификация производства, это качественный рост, но при этом мы должны всегда помнить и о проблемах экологизации, да. Далее, это проблема, но вот здесь нужно найти баланс. Критерий баланса в данном случае – это, с одной стороны, обеспечение неразрушения, так скажем, экосистем. Так. В данном случае разные виды удобрений бывают, да, а с другой стороны, мы должны… Ну, во-первых, мы, значит, оценивали, да, в комплексе этот показатель по уровню, значит, внесенных удобрений, ну, соответственно, на определенную площадь, да, и мы еще вводили такое, такие показатели, как индекс экосистемности, где как раз вот есть коэффициент биоразнообразие, дальше это уровень производства органической продукции. Нет, я знаю. Почему? Есть, как нет показателей по уровню биоразнообразия? Есть, есть, есть. Я могу даже показать. Нет, значит, это показатели есть в отчетах. Значит, отчеты... Ой, какого же этого органа по природоохране? Да, 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 есть, есть. Они каждый год, собственно, готовят эти отчеты. Вот, но органическое производство, это есть отдельная база данных. Есть, ну как, по доле, да, объемы органической продукции, доля, значит... Анатолий Федорович, 7 минут. У нас дадите есть... выступить. Нет. Хорошо, значит, единственное, еще хотел отметить, что... Марина Егоровна, был вопрос от наших слушателей. А куда он исчез, вопрос? Как раз, в принципе, вы ответили уже там по критериям, еще что-то, да? Вот единственное, вот кто задавал вопрос, Фролова, я запомнил. Вы можете обратиться к нам, к организаторам, да? А мы обратимся к... к Марине Егоровне, чтобы она поделилась этой информацией. Вы не возражаете, Ольга Яковлевна? Хорошо, мы так и сделаем. Да, у нас... Большое спасибо вам за интересный доклад, но если у вас есть более подробные методики вот по этим показателям, очень благодарны были бы вам за возможность с ними ознакомиться. Хорошо? Очень интересно было. Спасибо. Необычный такой подход, поэтому возникает много вопросов. Спасибо. Да. Да. Ну, насколько я понял, по критериям, по показателям были очень много вопросов, да? Поэтому я думаю, что можно будет напрямую обратиться к автору, да, чтобы она поделилась этой методикой. Если это, конечно, пока не ноу-хау такое. Потому что пока вы не защитились, наверное, вы не захотите делиться. Это тоже как бы вполне понятный подход. Спасибо.
небольшое сделаю объявление. Коллеги, мы подошли к финишу, и нас ждут на заключительные пленарные заседания двух наших секций в П7, это четвертый этаж. Сейчас мы дружно встаем, все, что необходимо, с собой забираем, идем на центральный лифт, спускаемся до четвертого этажа и переходим в аудиторию, где мы надолго, я надеюсь, не задержимся, Александр Васильевич. П7. Если вы только нас поведете, потому что мы не знаем, Александр Васильевич, тогда возглавляйте наше движение, мы идем за вами. Хорошо? Давайте.